закрываешь, bet, kad tu aizver, ты можешь видеть все, что угодно. Tu vari ieraudzīt jebko. Вот так, когда ты читаешь, bet, kad tu lasi, ты сам рисуешь картины. Tu pats zīmē šīs ainas. Ты развиваешь в себе способность tu attīsti savī spēju иметь видение. Redzēt redzējumu. Это Бог наделил человека такой способностью. Dievs ir devis šādu spēju cilvēkam. Иметь видение. Lai cilvēkam būtu redzējums. То есть представление о будущем. Tātad priekšstats par nākotni. Ты можешь время смотреть на реальность. Tu vari skatīties uz realitāti. И из этого формируется твое мышление. Un no tā veidojas tava domāšana. И очень трудно, что меняется. Un ļoti grūti, kas mainās. Но когда ты можешь иметь видение. Bet kad tev var būt redzējums. Или мечту. Vai sapnis. То тогда ты движешься вперед. Tad tu virzies uz priekšu. А мозг? Bet smadzenes. Это тот, кто тебя ведет. Ir tas, kas tevi ved. Написано в Библии, какие мысли у человека? Bībelē rakstīts, kādas domas ir cilvēkam. Такой сам человек. Tāds arī pats cilvēks. Если у тебя плохие мысли. Ja tev sliktas domas. Ты станешь плохим. Tu būsi slikts kļūsi. Если у тебя правильное мышление. Ja tev pareizi domāšana. Оно тебя ведет вверх. Tā ved tevi uz augšu. Сегодня очень популярное. Šodien ļoti populāri ir. Тренеры, которые работают с мозгом. Тренеры, которые страдают ar smadzenēm. Которые тренируют мозг человека. Kas trenē cilvēka smadzenes. Может, на самом деле, jo patiesībā, если мы хотим преуспевать, ja mēs gribam būt veiksmīgi, у нас должно быть мышление преуспевающего человека. Mums ir jābūt veiksmīga cilvēka domāšanai. И тогда мы будем преуспевать. Un tad mēs būsim veiksmīgi. Тогда наше мышление будет тянуть нас вперед. Tad mūsu domāšana vilks mūs uz priekšu. Иоанн пишет своему помощнику. Jānis raksta savam palīgam. И говорит, я молюсь, un raksta, es lūdzu, чтобы ты преуспевал, lai tu būtu veiksmīgs, как преуспевает твоя душа. Cik veiksmīga ir tava dvēsele. Значит, наше преуспевание, lai tev būtu tā labklājība, kas ir tavai dvēselē. Напрямую зависит от нашей души. Tātad veiksme, labklājība ir atkarīga no mūsu dvēseles. А что такое душа? Bet kas ir dvēsele? Это наши эмоции. Tas ir mūsu emocijas. Это наше мышление. Tā ir mūsu domāšana. Это такой многоквартирный дом. Tā ir tāda daudz dzīvokļu māja. И пока там живет депрессия. Un kamēr tur dzīvo depresija. Смущение. Kaut kāds samulsums. Страх. Bailes. Ты считаешь, что у тебя ничего не получится. Tu uzskati, ka tev nekas neizdosies. Ты за всю свою жизнь видел столько несправедливости. Tu visu savas dzīves laikā esi redzējis tik daudz netaisnību. Да ты видел. Tu esi redzējis. И твой мозг поэтому так работает. Un tāpēc tavas smadzenes tā darbojas. Но когда начинаешь читать. Bet kad tu sāki lasīt. Твой мозг начинает преобразоваться. Tavas smadzenes sāk pārveidoties. Однажды Мартина Лютера. Vienreiz Мартин Лютер. Отправили учиться. Aizsūtīja mācīties. Он был просто священник. Viņš bija vienkārši priesters. В Германии. Vācijā. Был священник католической церкви. Bija katoļu baznīcas priesters. Проповедовал. Viņš sludināja. Продавал индульгенции. Pārdeva indulģences. Его отправили учиться. Un viņu aizsūtīja mācīties. И на свою голову заставили его читать. Un veltīgi lika viņam lasīt. Если бы он не читал. Ja viņš nebūtu lasījis. Все бы оставалось по-прежнему. Viss būtu palicis kā iepriekš. Но его заставили читать. Bet viņu piespieda lasīt. В гимназии заставили читать. Gimnāzijā viņam lika lasīt. Книгу римлянам. Грамоту ромешиям. И он читал послание римлянам. Viņš lasīja grāmatu romiešiem. И чем больше он ее читал. Un jo vairāk viņš to lasīja. Тем быстрее изменился его мышление. Jo ātrāk izmainījās viņa domāšana. И ровно через год будет 500 лет. Un tieši pēc gada būs 500 gadi. Как началась реформация. Kopš sākās reformācija. Которая изменила весь мир. Kas izmainīja visu pasauli. Вы знаете, что протестанты? Zināt, ka protestanti? Это те, кто повлияли на весь мир. Tie ir tie, kas ietekmējuši visu pasauli. Никто не хочет ездить на православных машинах. Neviens negrib braukt uz pareizticīgo mašīnām. Вы же не хотите православные машины? Вы jūs gribat pareizticīgo auto? Жигули не хотите, да? Жигули не гребат. Это православная машина. Tā ir pareizticīgo mašīna. Потому что их сделали православные люди. Jo tās ir izgatavojuši pareizticīgie cilvēki. Все хотят ездить на Мерседесе. Visi grib braukt ar Mercedes. То, что сделали протестанты. To, ko protestanti ir uztaisījuši. Одежду хотят носить протестантскую. Drēbes grib protestantu nesat. Не православную. Nevis pareizticīgo. Значит, мы носили все православную одежду. Ja mēs visi nesat pareizticīgo drēbes. Это ужас. Tas briesmas būtu. Поэтому Мартин Лютер. Tāpēc Мартинс Лютерс. Всего лишь из-за чтения. Tikai lasīšanas dēļ. Повлиял на весь мир. Ietekmēja visu pasauli. Изменилась не только церковь. Izmainījās ne tikai draudze. Изменился весь мир. Izmainījās visa pasaule. Поэтому весь мир будет праздновать 500 лет с начала реформации. Tāpēc visa pasaule svinēs 500 gadus kopš reformācijas sākuma. Даже у нас в Украине. Pat mums Ukrainā. Президент подписал закон.
Prezidents ir uzrakstījis likumu apraznovanie dņa reformācija. Par reformācijas dienas svinībām. Потому что они смотрят на весь мир. Я не скатался из весь пасалы. Самые преуспевающие страны. Паша Свейксмига, Касвалс. Это протестантские страны. Да, это протестант Валстис. А все из-за того. Bet viss tikai tādēļ. Что Мартин Лютер начал читать. Ka Мартинс Лютер сака ласить. И ты ничего не читаешь. Ja tu neko nelasi. Ты остаешься на месте. Tu paliec uz vietas. Вот ты начинаешь читать. Bet ja tu sāc lasīt. Ты начинаешь прогрессировать. Tu sāc progresēt. Один из способов. Viens no veidiem. Как принять помазание это книги. Ir, kā iegūt svaidījumu, ir grāmatas. Даже Павел говорил, принеси мне книги. Pat Pāvils saka, atnes man grāmatas. Я не могу без книг. Es nevaru no, bez grāmatas. Мне уже все время читать. Man visu laiku ir jālasa. Я написал 10 книг. Un es uzrakstīju 10 grāmatas. Одна из них об исцелении. Vienu par dziedināšanu. Две из них о словах. Divas par vārdiem. Я сегодня со второй проповедовал. No otrās es šodien sludināju. О том, как все сотворить. Visu, kā radīt visu. Все из звука. Viss ir no skaņas. Наша судьба из звука. Mūsu liktenes ir no skaņas. Все, что мы скажем, viss, ko mēs sakām, то повлияет на нашу жизнь. Tas ietekmēs mūsu dzīvi. А что человек может говорить? Bet ko cilvēks var teikt? Только то, что в его сердце. Tikai to, kas ir viņa sirdī. Иногда наши слова ведут нас вниз. Dažkārt mūsu vārdi ved mūs uz leju. А иногда наши слова. Bet dažkārt. Они вытягивают нас из всех проблем. Mūsu vārdi tie izvelk no visām problēmām. Здесь есть книга «Правда о дьяволе». Šeit ir grāmata «Patiesība par Ты не знаешь, что тебя воровал? Tu zini, kas tevi ir apzadis. Я скажу, почему. Es zinu, pateikšu, kāpēc. Потому что дьявол – профессиональный вор. Jo velns ir profesionāls zaglis. Его стаж 6000 лет. Viņam stāž ir 6000 gadu. Прежде он 6000 лет занимается одной работой. Viņš 6000 gadus strādā vienā darbā. Он ворует. Viņš zoga. Поэтому ты не понял, кто тебя воровал. Tāpēc tu arī nesaproti, kas tevi ir apzadis. Поэтому люди обвиняют Бога. Tāpēc cilvēki vaino Dievu. Говорит, а Бог во всем виноват. Dievs visur ir vainīgs. Бог дал мне эти болезни. Dievs man deva šīs slimības. Бог дал мне эти проблемы. Dievs man deva šīs problēmas. А это не Бог. Bet tas nav Dievs. Просто дьявол так украл. Vienkārši velns tā nozaga. Что ты даже не понял. Tu pat nesaprati. Вот книга «Правда о дьяволе». Un grāmata «Patiesība par velnu». Она разоблачает дьявола. Tā atmasko velnu. И ты узнаешь, что тебя воровал. Un tu zinās, kas tevi ir apzadis. А когда ты узнаешь, кто тебя воровал? Bet kad tu zini, kas tevi ir apzadis? Или это называется поймал вора. Tas tas saucās noķēri zagli. То Бог обещал. Tad Dievs apsolīja. Когда вора поймают, kad zagli noķer, он будет платить 7 раз больше. Viņš 7-kārt atmaksās. Пока ты думаешь, что тебя человек воровал? Kamēr tu domā, ka cilvēks tevi ir apzadis. Человек вернёт тебе только то, что украл. Cilvēks tev atdos tikai to, ko viņš nozadzis. Его принудит суд вернуть то, что он у тебя украл. Tiesa viņu piespiež atgriezt to, ko viņš ir nozadzis. Но если ты говоришь, что дьявол меня воровал. Bet kad tu saki, ka velns tevi ir apzadzis. Он заплатит 7 раз больше. Tad viņš samaksās 7 reizes vairāk. Бог его заставит это сделать. Dievs viņu piespiedīs to izdarīt. А если ты не поймал вора. Bet ja tu neesi noķēris zagli. Тогда ничего не получаешь. Tad neko tu nesaņem. Надо разоблачить вора. Vajag atmaskot velnu. Здесь есть книга о Святом Духе. Šeit grāmata par Svēto Garu. Почему мы не видим множество чудес? Kāpēc mēs neredzam daudz brīnumu? Которые были тогда, в новозаветное время. Kas bija tajā laikā, jaunās derības laikā. Почему мы не видим, как мертвые воскресают? Kāpēc mēs neredzam, kā mirušie ceļās? Потому что мы понятия не имеем, как это делать. Jo mums nav sapratnes, kā to darīt. А все, что делал Иисус. Bet viss, ko darīja Jēzus, он делал с помощью Святого Духа. Viņš darīja ar Svētā Gara palīdzību. И чтобы воскрес мертвый, un lai celtos augšā mirušais, нужно 4 дара Святого Духа. Ir nepieciešams 4 Svētā Gara dāvanas. Первое – это дар славознания. Pirmais – tas ir vārdu zināšanas. Ты dāvana. Должен знать, этот мертвый воскреснет или нет. Tev jāzina, ir tas mirušais celsies vai nē. По-человечески ты не можешь это знать. Cilvēcīgā veidā tu to nevar zināt. Поэтому Бога есть дар славознания. Tāpēc Dievam ir vārda atpazīšanas Он дает тебе знание. Viņš dod tev zināšanas. Об сложившейся ситуации. Par radušo situāciju. То, что никто не знает. To, ko neviens cits nezina. Но Бог знает. Bet Dievs zina. Помните, как Лазарь воскрес? Atcerieties Lāceris augšām celās. Jēzus bija pie Jordāna. Jēzus bija pie Jordānas. Viņam prišli un sacīja, Lāceris zabalēl. Viņam atnāca un teica, Lāceris ir saslimis. А через 2 дня Иисус говорит. Bet pēc 2 dienām Jēzus saka, Лазарь умер. Lāceris ir miris. Откуда он узнал? Kā viņš varēja to zināt? Не было телефонов. Nebija telefonu. Не было интернета. Nebija internets. Это дар славознания. Tas ir vārda zināšanas dāvana. Он знал, что Лазарь умер. Viņš zināja, ka Lāceris ir miris. И он знал, что он его поднимет из могилы. Un viņš zināja, ka viņš viņu pacels no miroņiem. Тебе нужно знать, вернется ли этот человек загробного мира или нет. Tev jāzina, vai šis cilvēks atgriezīsies no tās pasaules. Основном, мы хотим с помощью своей веры его поднять оттуда. Mēs vēlamies ar savu ticību šo cilvēku pacelt. Но все, что может сделать человек.
Bet viss, ko var cilvēks izdarīt, это ничего. Tas ir nekas. Человеком это невозможно. Cilvēkiem tas nav iespējams. Сказал Иисус. Teica Jēzus. Но всё возможно Богу. Bet viss ir iespējams Dievam. Если ты получил дар словознания. Ja tu esi saņēmis šo vārdu zināšanas dāvanu. Потому что человек должен вернуться из загробного мира. Par to, ka šim cilvēkam ir jāatgriežas no tās pasaules. Это может дать тебе только Дух Святой. To tev var dot tikai Svētais Gars. Тогда нужен второй дар Святого Духа. Tad tev vajadzīg otru dāvanu, Svētais Gars. Это дар веры. Tas ir ticības dāvana. Потому что с помощью своей веры. Jo ar savas ticības spēju. Ты не можешь возвращать умерших из загробного мира. Tu nevari atgriezt mirušos no tās pasaules. Поэтому у Бога есть дар особенной веры. Tāpēc Dievam ir īpašas ticības dāvana. Это его вера. Tā ir Dievišķā ticība. И он посылает ее человеку. Un Dievs to dod cilvēkam. Для выполнения задания. Lai uzdevumu piepildītu uzdevumu. Когда Петр ходил по воде. Kad Pēters staigāja pa ūdeni. Это был дар веры. Tas bija ticības dāvana. Если бы это была вера Петра. Ja tā būtu Pētera ticība. Он бы всегда ходил по воде. Viņš vienmēr staigātu pa ūdeni. Но он не всегда ходил по воде. Bet ne viņš vienmēr staigāja pa ūdeni. Но однажды ходил. Bet viņš vienreiz staigāja. И это был дар веры. Un tas bija ticības dāvana. Третий дар. Trešā ticība. Который нужен, чтобы вернуть мёртвого из загробного мира. Kas nepieciešams, lai atgrieztu mirušo. Это дар чудотворения. Tas ir brīnuma darīšanas dāvana. Сотворение из невидимого видимо. Lai no neredzamā radītu redzamo. Kad человек умер, kad cilvēks ir nomiris, то многие его органы, tad daudzi viņa orgāni, не могут больше работать. Nevar vairāk strādāt. Они разрушены. Tie ir sagrauti. А Лазарь 4 дня был в гробе. Bet Lāzars bija 4 dienas kapā. Поэтому там нужна была замена органов. Tur bija nepieciešama orgānu nomaiņa. И этот дар работал. Un šī dāvana darbojas. И четвёртый дар. Un ceturtā dāvana. Дар исцеления. Dziedināšanas dāvana. Потому что Лазарь умер от болезни. Jo Lācars nomira no slimības. Если бы он не был исцелен, он бы воскрес. Ja viņš nebūtu dziedināts, viņš būtu augšām cēlies. И опять бы умер. Un atkal būtu nomiris. Видите, 4 дара. Un tās ir 4 dāvanas. Пока мы об этом не знаем. Kamēr mēs to nezinām. Мы просто молимся. Mēs vienkārši lūdzam. Мы даже не надеемся, что это должно работать. Mēs pat neceram, ka tas tam būtu jāstrādā. Но как ты понимаешь, как работает Святой Дух? Bet kad tu saproti, kā Svētais Gars strādā? Тогда тебе легче быть его партнёром. Tad tev vieglāk ir būt par viņa partneri. И тогда можешь точно чудес ты увидишь. Un tad tu redzēsi daudz brīnumu. Амен. Амен. Здесь есть книга о мечте. Šeit ir grāmata par sapni par как мечта может стать реальностью. Kā sapnis var piepildīties? Представьте, в 61 году. Которым? В 1961 году. 1961 году. Мартин Лютер Кинг. Мартин Лютер Кинг. Чёрный пастор. Мелнайс мацитайс. В Америке. Америка. Поднял самое большое общественное движение. Пацел вислелако сабедриско кустību. За права чернокожих. Par melnādaino tiesībām. И в 61-м он сказал свою знаменитую речь. Un 61-ajā viņš pateica savu slaveno runu. У меня есть мечта. Man ir sapnis. Он мечтал. Viņš sapņoja. Чтобы чёрные сравнялись с белыми. Lai melnie būtu vienlīdzīgi ar baltajiem. Чтобы они могли голосовать. Lai viņi varētu balsot. Чтобы они могли баллотироваться. Lai viņi varētu vēlēšanās piedalīties. Чтобы они стали полноправными гражданами США. Lai viņi kļūtu par pilnvērtīgiem ASV pilsoņiem. Чтобы они могли в школы ходить вместе с белыми. Lai viņi uz skolās varētu iet kopā ar baltajiem. Чтобы они могли в кафе ходить вместе с белыми. Lai viņi ar kafejnīcā varētu iet ar baltajiem kopā. Даже в автобусе чёрные не имели права ездить с белыми. Pat autobusā melnie nevarēja braukt kopā ar baltajiem. И там было собрание 500 тысяч человек. Un tur bija 500 tūkstoši cilvēku sapulce. В Вашингтоне возле Белого дома. Вашингтона Балтанам priekšā. И он сказал свою проповедь. Un viņš teica savu sprediķi. У меня есть мечта. Man ir sapnis. Но знаете, что делает Бог? Ziniet, ko dara Dievs? Написано, что он делает больше. Ir rakstīts, ka viņš dara vairāk. Чем мы просим. Nekā mēs lūdzam. Или о чём помышляем. Vai tas, par ko mēs domājam. Amen. Amen. Авакум написал. Авакум. Авакумс uzrakstīja. Что Бог сделает такое? Ko tādu? Во что мы даже не можем поверить. Kam mēs vispār nespējam noticēt. И сейчас заканчивается второй срок чёрного президента. Un tagad beidzas otrais termiņš melnādājiem prezidentam. Это впервые за всю историю Америки. Tas ir pirmo reizi visas Amerikas vēsturē. Чёрный стал президентом. Мелнайс кļuva par prezidentu. Ещё и второй раз стал президентом. Un otrais kļuva par prezidentu. Если бы Лютеру сказали тогда это. Ja Лютерам тот будет. Что чёрный будет президентом. Ka Мелнайс būs prezidents. Возможно, он бы не поверил. Iespējams, viņš neticētu. Он хотел просто, чтобы чёрных приравняли к белым.
Viņš gribēja vienkārši, lai vienlīdzīgas tiesības būtu Baltijas valstīs. Un šķiet, ka nebesās. Bet tagad debesīs. Его застрелили в 64 году. 64. Gadā viņu nošāva. Он не увидел свою мечту. Viņš neredzēja savu sapni piepildīt. Он не увидел равенство. Viņš neredzēja šo vienlīdzību. Но у него была мечта. Bet viņam bija sapnis. Tas uz zemi. Он говорит, моя мечта сработала. Man sapnis nostrādāja. Даже больше, чем я думал. Pat vairāk, nekā es biju iedomājies. Аминь. Одна из книг о мечте. Viena no grāmatām par sapni. Она поможет тебе. Tā palīdzēs tev. Получить мечту от Бога. Saņemt sapni no Dieva. И потом идти к этой мечте. Un iet uz šo sapni. И однажды все-таки увидеть. Un vienreiz ieraudzīt. И еще несколько книг. Un vēl dažas grāmatas. Поэтому, если кто хочет приобрести, Ja kāds vēlas iegādāties, это стоит 40 евро. Tas maksā 40 eiro. В тюрьме я книги отдаю. Cietumā es grāmatas dāvinu. Там я их не продаю. Es viņus atdodu. Потому что в тюрьме нет денег. Jo cietumā nav naudas. Но здесь, на воле, Bet šeit brīvībā, я их продаю. Es viņus pārdodu. Чтобы потом в тюрьме дарить. Lai pēc tam cietumā varētu dāvināt. Поэтому, если ты хочешь приобрести, Tāpēc, ja tu vēlies iegādāties, то кто-то получит комплект бесплатно. Tad kāds paņems приобрёл. Комплект varēs saņemt bez maksas tieši tāpēc, ka tu esi iegādājies to. Аминь. Амен. Поэтому если кто-то хочет, может быть. Ja kāds vēlas, tad Дай слайк. Там он вещички ещё. Поднимите руку с лайком, даст потом деньги дадите после собрания. Он, я. Хорошо. Labi. Буду проповедовать. Es sludināšu. Откроем Неемию 9. Atvērsim Nēmijas grāmatu. Nēmija 9. Glavā. 9. Nodaļu. I pročitājam 30. Stih. Un izlasīsim 30. Pānu. Ažidāja ih obrašanās. Gadus tu biji iecietīgs pret viņiem un brīdināja viņus ar savu garu. Ar saviem praviešiem to viņiem darot zināmu, bet viņi nepiegrieza nekādu vērību tam. Tādēļ tu nodevi viņus citu zemju tautu rokā. И тут Неемия молится Богу. Un šeit Neemija, viņš lūdz Dievu. И рассказывает историю своего народа. Un stāsta savas tautas vēsturi. Он говорит, как люди были выгнаны. Cilvēki tika izvesti no verdzības. Они были рабами. Viņi bija vergi. Они работали на фараоном. Фараон Фараонс максаи viņiem микро алгу. Почти ничего не платил. Гадриз на коне максаи. Они были рабы. Tie bija vergi. Работали за еду. Страдая par ēdienu. И Богу это не нравилось. Dievam tas nepatika. Я сказал, я выведу вас. Viņš teica, es jūs izvedīšu. Из дома. No verdzības nama. И послал Un es sūtīju Mozu. И тот вывел всех людей из рабства. Un tas izveda visus cilvēkus no verdzības. И казалось бы. Un liekas. Такой великий Бог. Tāds varens Dievs. Да надо быть ему благодарным всю жизнь. Viņam vajag pateikties visu dzīvi. Они уже через три дня начали роптать. Viņi pēc trīs dienām jau saka kurnēt. Через три дня сказали, Бог, зачем ты нас вывел? Un pēc trīs dienām teica, Dievs, kāpēc tu mūs izvedi? И написано, что они искушали его. Un rakstīts, ka viņi kārdināja Dievu. Они противились. Tie pretojās Dievam. Когда он Они сказали, зачем нам эта манна? Viņi teica, prieš kā mums tā manna? Она нам уже надоела. Tā mums jau ir apnikusi. Знаете, это хлеб был, ангельский хлеб. Tā bija eņģeļu maize. Это самое лучшее вообще, что существует. Tas ir pats labākais, kas vispār eksistē. Этим питаются ангелы. Ar to no tā pārtiek eņģeļi. И Бог дал своему народу эту манну. Un Dievs deva šo mannu savai tautai. И они уже через неделю сказали. Un pēc nedēļas viņi jau saka. Зачем нам эта манна? Prieš kā mums tā manna? Дай нам мясо. Dod mums gaļu. И Бог говорит, без проблем. Dievs saka, nav problēmas. Сколько вам? Cik? Много. Daudz. Хорошо. Labi. И Бог насыпал им перепелов. Un Dievs viņiem deva šīs irbes. Ja? Нужно было идти один день в одну сторону. Viņas vienu dienu lidoja vienā virzienā. И один день в другую сторону. Un citā dienā uz citā virzienā. Чтобы эти перепела закончились. Lai šīs pipeles beigtos. И высота была целый метр. Un augstums bija vesels. Вот так по пояс насыпал им перепелов. Atsūtīja viņam līdz viduklim šīs paipalas. Бог вообще добрый Бог. Dievs ir labs Dievs. И не жадный Бог. Un viņš nav скопс Dievs. Хотите перепелов? Gribat paipalas? Получите перепелов. Lai jums ir paipalas.
И они начали так их есть. Viņi sāka viņus tā ēst. Что написано, что из ноздрей косточки полезли. Rakstīts, ka no deguna kauliņi sāka līst. Tu visi, как они жрали. Думаете, как они рия. Это не ели, это жрали. Tas nav ēst, tas ir rīt. У них косточки лезли из носа. Viņiem kauliņi no deguna līd ārā. И Бог все равно с ними разговаривал. Un Dievs vienalga ar viņiem runāja. Они себе сделали золотого бога. Viņi uztaisīja sev zelta dievu. Быка сделали. Теļu uztaisīja. И сказали, вот наш Бог. Лук мусы Деус. Тут Бог мы не знаем где. Тас Деус мы не знаем, кур ир. И Моисей не знаем где. Ну, не знаем, кур Мозес. Поэтому у нас новый Бог. Тапец мусы ир яунс Деус. И они сделали быка. Устасия телю. И начали поклоняться. Он сака то пилукт. И Бог все равно их помиловал. Он Деус и аналогу не сабжалует. Он их кормил. Винч винь сбаруя. Он их обеспечивал. Винч винь снодрешная. Он их одевал. Он винч винь сабдерба. Он их охранял. Винч винь сабсаргая. Он сделал им комфортные условия. Устасия комфортабу сабстанкус. Облако было над ними днем. По дену версуньям бей малконес. Им не было жарко. Винем не бей карсц. А ночью столб огненный был возле них. Он по нахте винем бей огонь стапс. Чтобы они не замерзли. Лай винь не носалт. И камень ходил за ними. Камень. Камень. Акменс стегает. За ними ходил камень. В нем всякой акменс. Из которого текла вода. Но кур тек, ты тецаяс. Это был один и тот же камень. Тас бивенс тас пацву. Который целый 40 лет ходил за ними. Кус весь лайку в нем стегает лид. Я не знаю, как он передвигался. Я не знаю, как это спарвит твоясь. Но они только выходили на улицу. Когда они сгай ара. Как камень уже пришел. Та акменс беклад. И нужно было просто подойти к нему. Viņiem vienkārši vajadzēja pienākt. И из него начинала течь вода. Un no tā sāka tecēt ūdens. На 3 миллиона человек. 3 миллионам человек. И так каждый день. Un tā katru dienu. Они получали манну с неба. Manu no debesīm. Набирали воду из камня. Saņēma no akmens ūdeni. Одежда у них не портилась. Drēbes viņiem nebojājās. Они ничем не болели. Ne ar ko neslimoja. И все равно были против Бога. Vienalga bija pret Dievu. Написано, они упруго держали свою шею. И rakstīts, ka viņi ļoti cieši turēja savu И не хотели склониться перед Богом. Un viņi negribēja zemoties Dievu priekšā. И 30 стих написано, что Бог медлил. Un 30. Pantā teiks, ka Dievs bija iecietīgs. Медлил многие годы. Daudz gadus. Ждал, когда они обратятся. Gaidīja, kad viņi atgriezīsies. Ждал, когда они Он ждал. Viņš gaidīja. Они не слушали. Bet viņi neklausīja. Eklesiast 8. Un Ecetiels, nē, Salmans mācītājs. 11 стих. Eklesiast 8:11. 8:11. Не скоро совершится. Darbiem nespriež tik drīz, tādēļ cilvēku bērnu sirdis pildās ar drosmi darīt ļaunu. Представьте, если бы наказание за грех было как электричество. Iedomājieties, ja par grēku sods būtu tā kā elektrība. Если ты делаешь замыкание электричества, ja tu uztais izsavienojumu, то тебе больше не хочется этого делать. Tad tev vairāk to negribas darīt. Правда или нет? Vai ne? Кого-то бил когда-то ток? Kāds ir kādreiz dabūjis ar elektrību? Ja es kaut ko elektrisku gribu salabot, to jāvarubāju visu dom. Es visu māju atslēdzu no elektrības. I potom ušo pravirē. Tur vēl kaut kas nav palicis. Un šo elektrisko nav palicis. Tāpēc mēs to cienām. Поэтому мы туда не лезем. Тапец мы стур не ленам. Поэтому на щитах нарисован череп. Тапец с молнией. С дурвим электрическая стая. Написано не влезай убьёт. Зибенс он головс кос он узрастиц не лен носит. И каждый кто открывает эту дверь. Он катерску шатер шиз дурвис. Он знает, что это очень опасно. Он же знает, что люди бистами. Есть правда дураки. Ир протам смульти. Которые лезут везде. Кас лен висур. Но их очень мало. Bet tādu ir ļoti maz. Потому что они долго не живут. Ja viņi ilgi nedzīvo. Они быстро уходят. Viņi ātri aiziet. Но все нормальные люди. Visi normāli cilvēki. Уважают электричество. Ценят электрику. Они к нему относятся уважительно. Viņi izturās pret elektrību. Потому что оно может ударить. Jo tā var iesist viņai. Но грех.
bet grēks. Иногда люди не боятся грех. Cilvēki nebaidās grēka dažreiz. Не боятся грешить. Nebaidās grēkot. Потому что суд. Jo sots. Не происходит мгновенно. Nenotiek uzreiz. Но написано не скоро. Rakstīts ne tik drīz. То есть через время. Tas nozīmē pēc laika. Поэтому люди не боятся грешить. Tāpēc cilvēki nebaidās grēkot. Они грешат. Viņi grēko. Грешат. Grēko. Бог им стучит. Dievs viņiem klauvē. Остановитесь. Apstājieties. Больше не надо. Vairāk nevajag. Будет плохо. Būs slikti. Наказание за грех смерть. Алга par grēku ir nāve. Так я вот согрешил. Nu es sagrēkoju. И еще не умер. Un vēl neesmu nomiris. Слава Богу. Слава Dievam. Когда Адам согрешил. Kad Ādams sagrēkoja. Они тоже не умерли. Viņi arī nenomira. И тоже не скоро свершился суд. Un arī ne tik drīz bija sots. Но прошло 6000 лет. Bet pagāja 6000 gadu. И до сих пор его дети. Un joprojām viņa bērni получают воздаяние. Saņem viņa algu за грехи Адама. Par Ādama grēkiem. Мы до сих пор. Mēs joprojām несём его грех. Nesam viņa grēku. Если бы он только не согрешил. Ja viņš nebūtu sagrēkojis. То мы бы жили совершенно по-другому. Mēs dzīvotu pilnīgi savādāk. Но он согрешил. Bet viņš sagrēkoja. И нам приходится нести этот грех на себе. Un mums nākas nest šo grēku. Прошло уже 6000 лет. Pagāja 6000 gadu. Адама уже нет давно. Ādama jau sen kā nav. А грех его. Bet viņa grēks до сих пор несёт наказание. Joprojām nes šo sodu. И каждый человек. Un katrs cilvēks. Который рождается на землю. Kas piedzimst uz zemes. Рождается грешником. Piedzimst kā grēcinieks. Кто детей учит злому? Kas māca bērnus ļaunumam? Кто детей учит врать? Kas māca bērniem melot? Кто детей учит воровать? Kurš māca bērniem zakt? Кто научил детей врать? Kurš ir iemācījis bērniem melot? Кто учит младенцев, вот таких вот маленьких младенцев? Kas iemāca tādiem maziem zīdaiņiem? Manipulировать всем домом. Manipulēt ar visu māju. Кто его научил? Kas viņu ir iemācījis? Почему бы ему себя не вести нормально? Kāpēc viņam sevi neuzvesties normāli? Почему он хочет, чтобы все было вокруг него? Kāpēc viņš grib, lai visi būtu apkārt viņam? А когда он подрастает? Vai kad viņš pieaug? Он где-то научился врать. Viņš ir iemācījies kaut kur melot. Научился воровать. Iemācījies zakt. Откуда это все? No kurienes tas viss? Это Адам. Tas ir Ādams, который открыл дверь для греха. Kas atvēra durvis grēkam. И сегодня наказаны все. Un šodien visi ir sodīti. Представляете? Iedomājies? Мы несём это наказание. Mēs nesam šo sodu. Он согрешил. Viņš sagrēkoja. А мы до сих пор несём это наказание. Bet mēs joprojām nesam šo sodu. Если бы мы не пришли к Иисусу. Ja jūs neatnāktu pie Jēzus. Мы продолжали бы платить за его грех. Mēs turpinātu maksāt par viņa grēku. Потому что Бог проклял Адама. Jo Dievs nolādēja Ādamu. А мы были внутри него. Bet mēs bijām viņā iekšā. Это проклятие нельзя разрушить. Un šo lāstu nevar sagraut. Никакой экзорцист его не разрушит. Neviens egzorcists to neizgārdīs. Это проклятие Божье. Tas ir Dieva lāsts. Стало тюрьмой для нас. Tas ir kļuvis par cietumu mums. Но когда пришёл Иисус. Bet kad atnāca Jēzus. Он сказал: "Я пришёл". Viņš teica: "Es atnācu". Вывести вас из темницы. Izvest jūs no pagrabiem iz tjūrmy no cietumiem. Ja mēs būli visi v tjūrmy. Mēs visi bijām cietumā. V tjūrmy grīha. Grēka cietumā. A Jēzus nas vyvel atkuda. Bet Jēzus mūs izved no turienes. Un viņš nemēl vlasti razrušit tjūrmu. Viņam nebija varas sagraut cietumu. Потому что эту тюрьму построил Бог Отец. Jo šo cietumu ir uzcēlis Dievs Tēvs. Но Иисус сказал: "Я выведу вас из этой тюрьмы". Bet Jēzus teica: "Es jūs izvedīšu no šī cietuma". Un vyvel всех нас. Un viņš izveda mūs visus. Когда мы стали Божьими детьми. Un kad mēs kļuvām par Dieva bērniem. Для нас ничего не поменялось. Mums nekas neizmainījās. Наказание. Кто ни разу не согрешил после водного крещения? Kurš ne reiz nav sagrēkojis pēc ūdens kristībām? Вы что, все грешники, что ли? Jūs visi esat grēcinieki? Ни разу не согрешил. Ne reiz vairs nav sagrēkojis. Вот ты же Protams, nē. Это плоть хочет грешить. Tā ir miesa, kas vēlas. Настоящий человек, внутренний человек. Īstais cilvēks ir iekšējais cilvēks. Он не хочет грешить. Tas negrib grēkot. Он хочет быть ближе к Богу. Viņš vēlas būt tuvāk Dievam. Он хочет быть чистым. Viņš grib būt tīrs. Ты каждый день моешься. Tu taču katru dienu mazgājies. И чистишь зубы. Tu tīri zobus. Почему?
Kāpēc? Потому что хочешь быть чист. Jo tu vēlies būt tīrs. Каждый день одеваешь чистую одежду. Katru dienu vēlies tīras drēbes. Потому что ты хочешь быть чистым. Jo vēlies būt tīrs. Un также наш человек внутренний. Tāpat arī mūsu iekšējais cilvēks. Он хочет быть чистым. Tas vēlas būt tīrs. Он не хочет быть грязным. Tas negrib būt netīrs. Он хочет быть чистым. Viņš grib būt tīrs. И тут идёт борьба. Un šeit notiek cīņa. Между мной грешным человеком. Starp mani grēcīgo cilvēku. И тем, кто возродился в Боге. Un to, kurš ir atdzimis Dievā. Кто победит? Kurš uzvarēs? Павел говорит, кто избавит меня от этой плоти? Un Pāvils saka, kas mani atbrīvos no šīs mīsas? Я не хочу грешить. Es nevēlos grēkot. Кто меня избавит от этого? Kas man atbrīvos? Вы знаете? Bet ziniet. Одна жена сказала. Vienreiz viņš teica. Жизнь для меня Христос. Dzīvība man ir Kristus. Он боролся с грехом. Viņš cīnījās ar grēku. Многие годы. Daudzus gadus. И не сдался. Un nepadevās. Сказал: "Жизнь моя Христос". Un pateica: "Mana dzīve ir Kristus". Я живу для Христа. Es dzīvoju Kristu. Я перестал жить для греха. Es pārstāju dzīvot Я начал жить для Христа. Es sāku dzīvot Kristum. Грех. Грекс. Он заставит нас платить больше. Tas spiedīs mums maksāt vairāk. Больше, чем мы хотим. Vairāk nekā mēs vēlamies. Когда мы согрешаем. Kad mēs sagrēkojam. Мы сами придумываем, какое наказание бы нам подошло. Mēs paši izdomājam, kāds sots mums būtu piemērots. Но грех заставит платить больше. Bet grēks liek maksāt vairāk. Помните, был царь Валтасар. Atcerieties, bija Valtasars Belsacars ķēniņš. Viņš labi sevi jutās. Он управлял целой империей. Viņš pārvaldīja impēriju. И однажды. Un vienreiz. Они сделали пир. Viņi uztaisīja dzīres. И на этот пир появилась рука. Nu šajās dzīrēs parādījās roka. Представьте, пришла рука. Atnāca roka. Никакого тела, только рука. Tikai roka, nekāda ķēniņa. И начала писать на стене. Un sāka rakstīt uz sienas. Представьте, ты сидишь, у тебя рука дома пишет. Un iedomājies, tu sēdi un tev mājās uz sienas roka raksta. Я думаю, ты бы отнёсся к этому серьёзно. Es domāju, tu pret to attiektos nopietni. Я думаю, ты сказал: "Господи, всё, больше не буду грешить". Tu būtu teicis, droši vien, viss nekā negrēkošu vairāk. И рука Бог всегда предупреждает человека. Dievs vienmēr brīdina cilvēku. Знаете, когда люди говорят, кого люблю, того наказываю, сказал Господь. А, ко мило, то и пармаца, та Dievs ir teicis. Они это говорят с таким смыслом. Viņi to saka ar tādu domu. Как будто Богу нравится наказывать детей. It kā Dievam patiktos sodīt bērnus. Кому из вас нравится наказывать детей своих? Kuram patīk sodīt savus bērnus? Кто из вас делает Мы это делаем как неизбежность. Мы это делаем как неизбежность. Мы никогда не делаем это с наслаждением. Мы это не делаем ар прияку, ар балку. Ар прияку. Ох, сейчас домой приду. Тул не отнакш мая. Как накажу. Tāpat arī Dievs. Он не хочет нас наказывать. Viņš negrib mūs sodīt. Он хочет, чтобы мы поняли. Viņš grib, lai mēs saprotam. Он хочет, чтобы мы остановились. Viņš grib, lai mēs apstājamies. Он не хочет нас наказывать. Viņš negrib mūs sodīt. Иона. Иона. Был пророк Божий. Bija Dieva pravietis. Получил задание. Saņēma uzdevumu. Иди в Ниневию. Ej uz Ниневи. Скажи царю. Pasaki ķēniņam. Что Бог сотрёт со земли весь город. Ka Dievs no zemes virsas noslaucīs šo pilsētu. Из-за ваших грехов. Jūsu grēku dēļ. Ваши грехи. Jūsu grēki. Слишком мерзкие для Бога. Пārāk zemiski Dievam. Поэтому у нас Jonas saka. Я пойду. Es iešu. Всё скажу. Visu pateikšu. Покупает билет в другой город. Pērk biļeti uz citu pilsētu. Садится на корабль. Uzkāp uz kuģa. И плывёт в другую сторону. Un peld uz citu pusi. Ты куда поплыл? Uz kurien tu aizpeldēji? А мне нравится Майорка. Man patīk Майорка. Нет, ты должен не Ниневию идти. Тебе уж Ниневию ябрёт. Ты там должен пророчествовать. Ты тут я провето. А я хочу на море. Bet es gribu uz pludmali. Отдохнуть. Atpūsties. И поднимается шторм. Un sākas vētra. Представьте. Iedomājies. Он просто плывёт. Viņš vienkārši peld. С ним ещё сотни людей на корабле. Viņam vēl ir citi cilvēki. Поднимается шторм. Сака святра. Люди ничего не понимают. Cilvēki neko nesaprot. Знаете, как в анекдоте? Kā anekdotē. Одному мужику Бог говорит. Vienam vīram Dievs saka. Ещё раз блудишь?
Vēlreiz pārkāps laulību. Utopļu. Noslīcināšu. И он думает. Viņš domā. Купаться не буду. Nepeldēšos. И не купается. Он непелдас. Только в душе. Tikai dušā. В душе ж не утопит. Душа точно не нослыкс. Даже пьёт рюмочками. Дзер no глазитем. Чтоб не утонуть. Lai на речку не ездит, на море не ездит. Uz upi neiet, uz jūru neiet. Вместо того, чтобы бросить. Jo grēks kļūst svarīgāks. Un pēc 3 gada. Un pēc 3 gadiem. Он выиграет путёвку. Viņš laimē biļeti. В круиз на лайнере. Uz лайнере круиз. И он думает. Viņš domā. Они утонули там? Vai es tur nenogrimšu? Да не. Ай, ну бейт. Там на лайнере 3000 человек. Tur taču vēl ir 3000 cilvēku. Неужели Бог такой кровожадный? Vai tad Dievs tik ļaun, tik, nu, tāds? Что из-за меня одного? Kam viena manis dēļ? Utopit 3000 человек? Pazudinās 3000 cilvēku. Я думаю, не утопит. Es domāju, ka nē. И поехал. Un aizbrauc. Сел в корабль. Iekāp kuģī. Plivūt. Peld. Начинается шторм. Sākas vētra. Он выходит на палубу. Viņš iznāk uz... Господи! Uz klājumu kumpu. Ты что, из-за меня 3000? Gribu 3000 cilvēku pazudināt manis dēļ. Он говорит, я вас, блудников, 3 года по всему миру собирал. Viņš saka, es... Это ж надо быть таким наглым, а? Vajag būt taču tik nekaunīgam. Или как у нас говорят, отмороженным. Kā mums saka atsaldētam. Корабль погиб. Viņam uz kajīti atnāk. Ты что спишь? Tu ko šeit guli? Мы же погибаем. Mēs tečējam bojā. Он говорит, дай ты за меня все. Ну я, tas manas dēļ. И за тебя? Tevis dēļ. Ну дай за меня. Ну я, manas dēļ. Я пророк. Es esmu pravietis. Бог дал задание. Dievs man deva uzdevumu. А я передумал. Bet es pārdomāju. Они еще больше испугались. Viņi vēl vairāk pārbijās. А что нам делать? Bet ko mums darīt? Вы меня выкиньте за борт. Jūs mani par bortu pārmetiet. По-другому не поможет. По-savādāk nelīdzēs. Бог вас не отступит. Dievs no jums neatkāpsies. Он будет делать до тех пор, пока вы меня не выбросите. Viņš to darīs tik ilgi, kamēr jūs mani neizmetīs. Они еще больше испугались. Viņi vēl vairāk sabijās. А шторм не прекращается. Un vētra nepāriet. Что тебе еще надо? Ko tev vēl vajag? Ты уже видишь, что бедствие пришло. Ты jau redzi, ka bēdas ir klāt. А ты все равно стоишь на своем. Bet tu vienalga stāv uz savu. Я не пойду в Ниневию. Es neiešu uz Ninivi. Лучше меня выкиньте за борт. Labāk mani par bortu metiet. Но в Ниневию я не пойду. Bet uz Ninivi es neiešu. А что тебе не покаяться? Kāpēc tev nenožēlot? Покайся! Nožēlot tagad. Скажи... Я не пойду в Ниневию. Es neiešu uz Ninivi. Лучше выкиньте меня за борт. Labāk pār bortu pārmetiet. Я не выкинул его за борт. Un izmet pār bortu viņu. Он плывет. Viņš peld. Подплывает кит. Piepeld valis. И Бог говорит. Un Dievs saka. Он тебя сейчас проглотит. Viņš tev tūlīt norīs. Пусть лучше проглотит. Lai labāk norīja. Но грех свой не оставлю. Bet savu grēku neatstāšu. Сильно люблю свой грех. Ļoti mīlu savu grēku. И кит его раз проглотил. Un valis viņu norī. Он уже в чреве кита. Viņš jau ir vaļa vēderā. Представьте, в чреве кита. Vaļa vēderā. Кто-нибудь из вас был в чреве кита? Kāds ir bijis tur iekšā? Тогда у вас еще не было проблем. Tad jums vēl nav bijušas problēmas. Когда люди говорят, Бог, у меня такая проблема. Kad cilvēks saka, vai Dievs, man tāda problēma. Ты читай книгу Йона. Palasi Jonas grāmatu. И ты поймешь, что у тебя нет проблем вообще. Sapratīs, ka tev nav problēma. У тебя такая микропроблема. Tev tāda mikro problēma. Даже не стоит Бога тревожить. Pat Dievu nevajag traucēt. Потому что он был в чреве кита. Jo viņš bija vaļa vēderā. И казалось, только ты туда попал. Tikko tu tur iekļuvi. Сразу. Тьма полная. Uzreiz pilna tumsa. Выхода всего два. Divas izējas tikai. Что делать? Ko darīt? Пока. Tā bija два выхода. No vaļa bija divas izējas. Один естественный был. Viena bija dabīgā izēja. А другой сверхъестественный. Otra bija pārdabīgā. Естественный выход. Dabīgā izēja.
Ему говорил. Viņam teica. Скоро ты тут выйдешь. Тулей ты тут изъеси. Еще чуть-чуть посиди. Vēl būsim pasēdi. Посиди. Будешь какашкой. Būs kaka, kaka, kaka. Да, кака. Būs kaka. Будешь плавать. Буду пелдес. Зато никогда не утонешь. Он говорит, iedomājieties, viņš saka, все равно не пойду в Ниневию. Vienalga neiešu uz Ninivi. Три дня. Всякие люди упертые. Ietiepīgi ir cilvēki. Упертые люди. Ietiepīgi cilvēki. Gordi ļudi. Lepni cilvēki. Bog говорит, покайся. Dievs saka, nožēlo. А он говорит, это ты покайся. Un viņš saka, tu pats nožēlo. Бог Адаму говорит, ты согрешил. Dievs saka, Adamam, tu sagrēkoji. Адам говорит, это ты согрешил. Bet Adams saka, tu pats sagrēkoji. Ты мне дал неправильную жену. Tu man nepareizo sievu iedevi. Какую-то жену дал мне. Kaut kādu sievu iedevi. Которая мне принесла. Бог всегда ждет покаяния. Он не хочет, чтобы мы были гордые. Чтобы мы были такие упрямые. Лучше утопи. Labāk nogremdē. Но каяться не буду. Bet neatgriezīšos. Лучше кит меня проглоти. Labāk, lai valis mani но каяться не буду. Bet neatgriezīšos. И только третий день. Un tikai trešajā dienā. Видать, у Иона начала уже разлагаться плоть. Ионом, acīm redzot, sāk jau miesa, jau sāk jau sadalīties. Он уже как-то себя чувствовал не очень. Viņš jau laikam sevi jūtās, tā ne pārāk. Наверное, какой-то запах появился. Droši vien kāda smaka sajūta bija. И он тогда сказал, Господи. Viņš teica, kungs. Все, что обещал, сделаю. Visu, ko solīju, izpildīšu. И тогда киту стало плохо. Un tad valim palika slikti. И Иона вышел сверхъестественным выходом. Un Jona iznāca ar pārdabīgo izēju. И когда он пришёл к царю, он имел такой вид. Viņam bija tāds izskats. Vi zināt, tam stāja охрана. Iedomājieties, tur stāv apsardze. Не у царя, а в город. Nevis ķēniņ, bet pilsēta. Раньше город окружён был стенами. Kadreiz pilsēta bija apkārt. И на фоне стоял. И когда он подошёл к входу. Un kad viņš ienāca pie... Говорит, мне к царю надо. Man pie ķēniņa vajag. Те сказали, все поняли. Но когда они его увидели, ученые говорят, что за три дня Зинатники сказали, три дня лайка Иона во чреве стал белым, как снег. Винш, тая ведра клюв балц, как снег. Кислота кита разъела весь пигмент кожи. Вису тад с пигменту шис скабер сад. Его волосы были белые, как снег. Виньо маты би балт. И кожа была белая, как снег. Он ада би балт, как снег. Поэтому, когда он к воротам подошел, когда винш пьем артем пенац. Охранники таких людей никогда не видели. Абсолютно тад с цилакс не бей редзеш. Может, они видели белых? Городе жило 600 тысяч человек. Тая пилсада дзивае 600 тысяч иудеев. Не был маленький город. Та не бий маза пилсада. Это был огромный город. Та бий милзига пилсада. По тем временам. По тем лайкам. Это была целая империя. Та бий весела империя. И царь только услышал эти слова. Он тенеш дзирдае шос вардс. Потому что Иона их так сильно сказал. Ко Иона винь так спецыг патэ. А еще он так сильно выглядел. Он винь шо так спецыг искатиас. Что царь тут же начал рвать одежды. Ко винь тенеш сака плес дрэбес. Взял пепельницу, высыпал пепел на голову. Избер вис пелнус усе уз голову. Всем в по... Был такой понятливый человек. Бы тик сапратикс человек.
Что когда пришло это предупреждение? Когда отнаца шис брединаемс? Завтра вы все умрете. Рит юс виси номерсет. Он тут же отреагировал. Виш нореагеи. Многие люди не реагируют. Да от человеку не реагеи. И погибают своему упрямству. Он и от боя своего сытая пизда. Погибают своей гордости. И от боя своего лепнума. А Бог говорит, я стою и стучу. Un Dievs saka, es stāvu un klauvēju. Может, откройте. Varbūt atvērst. Я не хочу вас наказывать. Es negribu jūs sodīt. Я не хочу вас уничтожать. Es negribu jūs iznīcināt. Смотрите, 49-й псалом. Apskatīsimies psalmus. Psalom 49. 50-ais, ja? 21 stih. 50-ais psalms, 21-ais pants. Давайте 17-го. 16. Ну, 16 дал нас есть. Грешник уже ka tu redzi zagli, tu viņam pa draugam, tu biedrējies ar laulības pārkāpējiem, savai mutei tu ļauj vaļu runāt ļaunu, un tava mēle pauž melus. Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli, tu apmelo savas mātes dēlu. I 21. Un 21. Tie tā dielau. Tā tu dari. I ja malčau. Un kad es ciešu klusu? Pristāvci, tie tā dielau. Iedomājies, tu to esi darījis. A Bog malčau. Bet Dievs klusēja. Mēs to dievali. Mēs to darījām. A un malčau. Bet viņš klusēja. I ti padomal, što ja takoj že, kak ti. Tu domā, ka es esmu tāds pats kā tu. I zabliču tebe. Tādēļ es pārmācu. I pristāvu. Jūs nav jāsaplosa un glābējums. Nebūs glābējums. Vadnomu spirivodav napisana... Vienā no tulkojumiem rakstīts. Te tas diel, ja malčau. Tu to darīji, es klusēju. I te rešil, što ja takoj že, kak i ti. Un tu nolēmi, ka es esi tāds pats kā tu. No ja obliču tebe i predivļu tebe obvinienie. Bet es tevi darīšu to zinām un parādīšu tev apsūdzību. I 22. stih. Un 22. pants. Urazumieti, to zabūvā... kas Dievu aizmirsuši, lai man nav jūs jāsaplosa un glābējums nebūs. I v novam perivodi napisana. Un jaunajā tulkojumā rakstīs. Zapomnīt ieta zabūvājuši o Bogi. Iedom, aizmirstiet to, kas Dievu aizmirsuši. Ili ja rastirzāju vas. Vai es jūs saplosīšu. I nebūdīt spasītelē. Un nebūs jums glābēja. Un gribat, ja vas rastirzāju. Es jūs saplosīšu. Если Бог станет против нас, ja Dievs būs pret mums, то кто нас спасет? Tad kas mūs varēs izglābt? От дьявола. Bet vēlns? Можно спастись. Можно спастись. Bet no vēlna var izglābties. Спрятаться в Бога. Paslēpties pie Dieva. Вы знаете, что мы внутри Христа. Ziniet, ka mēs esam Kristus iekšā. Когда мы имеем отношения с дьяволом, kad mums ir attiecības ar vēlnu, то дьявол нас не видит. Tad vēlns mūs neredz. Он не видит, что мы грешники. Viņš neredz, ka mēs esam grēcinieki. Он не видит, что мы такие слабо верующие. Viņš neredz, ka mēs esam mazticīgi. Когда мы говорим... А ты говоришь, войне? Потому что видит Иисуса. Jo redz Jēzu. Написано во Христе Иисусе. Rakstīts Jēzu Kristu. Внутри Иисуса Христа. Jēzu Kristu iekšēnē. Мы новое творение. Mēs esam jauns radījums. Аллилуйя. Vai mums runā? Он не видит наших грехов. Viņš neredz mūsu grēkus. Он видит Иисуса. Viņš redz Jēzu. Но когда мы продолжаем грешить, bet kad mēs turpinām grēkot, Иисус говорит. Jēzus saka. Так как ты теплый. Так как ты си силц. Я тебя извергну. Es tevi izspļaušu. Выплюну. Izspļaušu. Ты больше не будешь во мне. Tu vairs nebūsi manī. И тогда кто тебя избавит? Un tad kas tevi izglābs? Кто нас избавит? Kas mūs izglābs?
Я слушал одну проповедь. Es dzirdēju vienu spredīti. Ее проповедовал Джек Ко. И то сludināja Джек Ко. Это такой евангелист в Америке был. Tas ir tāds evangelists Amerikā. Он же давно умер. Viņš jau sen ir miris. И он проповедовал одну проповедь. Viņš sludināja vienu spredīti. И он говорит, я не люблю проповедовать эту проповедь. Viņš saka, man nepatīk sludināt šo spredīti. Я с трудом проповедую эту проповедь. Man ir grūti sludināt šo spredīti. Я всякий раз говорю, Господи, только не давай мне проповедовать эту проповедь. Es vienmēr saku, Dievs, tikai ne šo spredīti. Потому что когда я проповедую эту проповедь. Jo kad es sludinu šo spredīti. С людьми что-то происходит. Ar cilvēkiem kaut kas notiek. Я не люблю эту проповедь. Man nepatīk šis spredītis. Но Дух Святой всегда мне говорит проповедовать эту проповедь. Bet Svētais Gars man saka, vienmēr sludināt šo spredīti. Эта проповедь называлась Бог поджигает твои поля. Un šis spredītis saucas Dievs tavus laukus aizdedzina. Помните историю, когда Авессалом вернулся домой? Kad Absalons atgriezās mājās. И он хотел поговорить с Иавом, это помощник Давида. Viņš gribēja parunāt ar Dāvida palīgu. И он сказал своим слугам, позовите Иава, пусть придет, мне нужно с ним поговорить. Un viņš pateica saviem kalpiem, lai aiziet to vietnieku pasauc palīgu. Иав не пришел. Un šis vīrs neatnāca. Joabs neatnāca. И он сказал, сходите еще. Viņš otrreiz neatnāca. И тогда он ему сказал. Tad viņš viņam teica. Пойдите, сожгите его поля. Aizējiet viņa laukus sadedziniet. Все поля сожгите. Visas viņa laukus nodedziniet. И только он сжег поля. Un kad viņš aizdedzināja laukus. Я в тут же пришел. Joabs atnāca. Я говорю, зачем ты это сделал? Kāpēc tu to izdarīji? Говорит, я тебя звал три раза. Es tevi trīs reizes saucu. И ты не пришел. Un tu neatnāci. А сейчас пришел. Bet tagad atnāci. Иногда Бог использует то, что не хочет использовать. Dievs lieto to, ko nevēlas lietot. Но чтобы нас вернуть к себе. Bet lai mūs pievērstu sev. Когда Давид согрешил. Kad Dāvids sagrēkoja. Помните, как он не пошел на войну? Atcerieties, ka viņš neaizgāja uz karu. Давид был вождь. Dāvids bija vadonis. Он должен быть во главе своего войска. Viņš ir savu karaspēku priekšgalējā vadonis. А он остался дома. Bet viņš palika mājās. Отдыхал. Atpūtās. Все воевали. Visi karoja. А он отдыхал. Viņš atpūtās. Все молились. Visi lūdza. А он не молился. Viņš nelūdza. Все постились. Visi gavēja. А он ел. Bet viņš ēda. Все же. Visi ziedoja. А он не жертвовал. Bet viņš neziedoja. И начал действовать грех. Un sāka darboties grēks. Говорит, пойди посмотри с балкона. Aizēj paskaties no balkona. И он пошел. Un viņš aizgāja. А там Версавия. Bet tur bija Batseba. Какая красивая девушка. Tāda skaista meitene. Можно ее пригласить. Var viņu uzaicināt. Конечно, пригласи. Protams, uzaicināja. Ты же царь. Tu taču esi ķēniņš. Она тебе не откажет. Viņa tev neatteiks. Он пригласил. Viņš uzaicināja. Переспал. Pārgulēja. Казалось бы, все, шито крыто. Viss ir apslēpts. Она забеременела. Вот они клюст грут. Он не планировал. Viņš neplānoja. Он просто хотел с ней переспать. Viņš vienkārši gribēja šo sievieti gulēt. Он не хотел, чтобы она забеременела. Viņš negribēja, lai viņa būtu stāvoklī. Просто грех. Vienkārši grēks. Он заставит тебя платить больше. Viņš liks tev maksāt vairāk. Он думает, ничего. Viņš domāja, nu, nekas. Сейчас придумаем, как из этой ситуации выйти. Izdomāsim, kā no šīs situācijas iziet. А почему бы не покаяться? А капец, ненужелот. Зачем тебе как ниндзя? Капец, ты как ниндзя. Прятаться где-то. Kaut kur slēpties. Сань на Нет, дальше будем мутить. Viņš domāja, nē, vēl. Давайте вызовем его мужа. Mūdiņus. Написали письмо. Uzrakstīja vēstuli. Срочно, Урия, срочно вернись домой. Урий, steidzīgi atgriezies mājās. С тобой хочет царь поговорить. Ar tevi grib ķēniņš parunāt. И царь говорит, ты молодец, такой воин. Tu esi malts, tu esi varens kareivis. Иди отдохни домой. Ei, atpūties mājās. Со своей женой. Ar savu sievu. А Урия говорит. Урий saka. Не, я не могу. Es nevaru. Там мои братья сражаются. Tur mani brāļi cīnās. Как я могу сейчас с женой спать? Kā es tagad varu ar sievu gulēt? Там мои друзья погибают. Tur mani biedri iet bojā. Я не могу быть дома. Es nevaru būt mājās. Я вот здесь на коврике лягу. Es šeit uz А завтра пойду на фронт. Un rīt iešu uz fronti. И он не пошел к жене. Un viņš neaizgāja pie sievas. Эй, что ж делать? Ko nu darīt? И грех рождает новый грех. Un grēks rada jaunu grēku. Напиши письмо начальнику. Uzraksti priekšniekam vēstuli. Pusi jau pastāvīt tam, kde mogut tevo ubīt. Lai viņi noliek tur, kur viņi var tiešām nogalināt. I vat žadien. Un tajā pašā dienā. Un pagīb. Viņš gāja bojā.
И Давид говорит: слава Богу. Dievs, Davids domāja, slava Dievam. Все спрятано. Viss ir noslēpts. Никто меня не обвинит. Neviens mani neapvainos. Я ее возьму в жены. Es paņemšu viņu par sievu. И она забеременела от меня. Un viņa а теперь моя жена. Tagad mana sieva. И никто не обвинил. Un neviens neapsūdzēja. Никто не знал. Neviens nezināja. Но Бог знал. Bet Dievs zināja. Бог всегда все знает. Dievs vienmēr visu zina. Люди не знают. Cilvēki nezina. Пророки не знают. Pravieši nezina. А Бог всегда знает. Bet Dievs visur zina. И Бог ждет покаяния. Un Dievs gaida nožēlu. Никакого наказания. Nekāda soda. Потому что ждет Бог покаяния. Jo Dievs gaida nožēlu. Написано благость Божья. Ir rakstīts, ka Dieva žēlstība ведёт к покаянию. Dieva labvēlība ved uz atgriešanos. Бог не наказывает сразу. Dievs nesoda uzreiz. Наоборот. Tieši otrādi. Благословляет. Svētī. И ждет покаяния. Un gaida atgriešanos. А Давид даже не думал раскаяться. Bet Dāvids pat nedomāja atgriezties. Если бы к нему не пришел пророк. Ja pie viņa nebūtu atnācis pravietis. Он бы даже и не покаялся. Viņš pat nebūtu nožēlojis. К нему пришел пророк Нафан. Pie viņa atnācis pravietis Nātans. И сказал Давид. Un teica Dāvid. Такая история происходит. Tāds stāsts ir. Есть там два человека. Ir divi cilvēki. Один богатый. Viens bagāts. У него тысячи овец. Viņiem tūkstošiem augļu. И второй. Un otrs. Он бедный. Viņš nabadzīgs. И у него была одна овечка. Viņam bija viena aitiņa. Он к ней относился как к сыну. Viņš attiecās pret šo aitiņu. Tā dzīvoja viņa namā. Она кушала вместе с ним из его тарелки. Kopā no viņa no viena bļodas. Он ложил ее спать рядом с собой. Viņš lika to gulēt sev blakus. Потому что она была всего одна у него. Jo tā bija vienīgā viņam. И когда к богатому приехали гости. Un kad pie bagātā atnāca ciemiņi. Он мог взять любую овцу из своего стада. Viņš varēja jebkuru avi paņemt no sava ganāmpulka. Но он пошел и забрал у своего соседа. Bet viņš aizgāja un paņēma no sava kaimiņa. И убил ее. Un nogalināja viņu. Я не... Он сказал, зачем ты это сделал? Bet kad atnāca kaimiņš, teica, kāpēc... Он убил... Давид говорит. Un Dāvids saka. Убить этого негодяя. Nogalināt šo... Нелиенти. Такой человек не должен жить. Тадам человеком на уядзиво. И Нафан говорит, это ты. Натан сака тас эсту. Ты мог взять любую девушку в жены. Ты варай ебкур мейтен понят пар сиел. Ты царь. То есть тенич. Но ты взял. Бет ту панееме. И забрал у человека жену. Ту панееме сиел человеком. И чтобы он не узнал. Лай винч не знат. Ты его убил. Ту винь ногалунае. Ты виновен. То есть вайникс. И представьте, когда Версавия родила ребенка. Он как Батсеба, как он дземдая дал. И Давид, у меня родился ребенок, сын родился. Он Давид стоит, дал сыр пьедзимис. И сын заболел. Он дал сослима. И Давид пошел в пост. Un Dāvids gāja gavēt. Некоторые люди думают, пост может решить все. Даже cilvēki domā, ka gavēns var visu atrisināt. Пост не может решить все. Gavēns nevar visu atrisināt. Если ты постишься, чтобы избежать наказания, ja tu gavē, lai izvairītos no soda, то пост не поможет. Tad gavēns nepalīdzēs. Ребенок умер. Bērns nomira. У кого-то просто сожгли поле. Kādam vienkārši lauku nodedzināja. А у Давида умер сын. Bet Dāvidam nomira dēls. Причем не один. Un neviens vien. Потом умер второй. Un nomira otrs. Который изнасиловал свою сестру. Kurš izvaroja savu māsu. Его убил Авесалом. Viņu nogalināja Absaloms. А потом и Авесалом погиб. Un tad arī Absaloms gāja bojā. Вы думаете, Давид хотел столько платить? Domājat, Dāvids gribēja tik daudz maksāt? Вы думаете, он хотел потерять всех своих детей? Domājat, viņš gribēja pazaudēt visus savus bērnus? А потом еще и Адония погиб. Un tad vēl Adonija gāja bojā. Если бы Давид знал, сколько придется платить. Ja Dāvids būtu zinājis, cik nāksies maksāt. Я не думаю, чтобы он согрешил. Es nedomāju, ka viņš būtu grēkojis. И даже когда он согрешил. Un pat ja viņš sagrēkoja. Мы есть плоть. Каждый может согрешить. Katrs var sagrēkot, ir miesa. Но если ты не раскаиваешься. Bet ja tu nenožēlo. Тебя постигнет наказание. Tevi sasniegs sots. И Бог не хочет. Un Dievs nevēlas. И он ждет. Un viņš gaida. Когда? Kad? Когда он покается. Kad viņš atgriezīsies? Kad viņš atstās savus grēkus? Kad viņš atstās savus grēkus? Kad viņš перестанет играться с грехом? Kad viņš pārstās spēlēt ar grēku? Я хочу его спасти. Es gribu viņu izglābt. Я хочу его благословить. Es gribu viņu svētīt. Но он не понимает этот язык. Bet viņš nesaprot šo valodu. Priči 23:18. Salomon pamācības 23:18. Priči 23:18. 23:18.
28:13. Скрывающий Ļaunā darbu, tam tas neizdodas. Tu skrivai savu pristupļu, kas savus noziegumus slēp. Ko tas nozīmē? Nu, slēp. Tu pūtājies to spriatāt. Bet tu centies to noslēpt. Patamu šeit raskājās. Tāpēc, ka neesi nožēlojis. I uzspēk. Un veiksme. Un takīk ļudīju uchodīt. Tā aiziet no tādiem cilvēkiem. Написано, кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Bet kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. Бог не хочет, чтобы наши поля сгорели. Dievs negrib, lai mūsu lauki nodeg. Бог не хочет, чтобы мы что-то теряли. Dievs nevēlas, lai mēs kaut ko zaudētu. Бог не хочет через бедствие вернуть нас к себе. Dievs negrib caur bēdām, caur nelaimēm atgriezt mūs pie sevis. Бог хочет, чтобы это мы сделали сами. Viņš grib, lai to mēs paši izdarītu. Просто из-за того, что он Бог. Vienkārši tāpēc, ka viņš ir Dievs. Написано спасение. Ir rakstīts, ka glābšana. Приходит через прощение грехов. Нак caur grēku piedošanu. А прощение грехов. Bet grēku piedošana. Приходит после покаяния. Nāk pēc nožēles. A pokajanie? Bet nožēla. Настоящее покаяние. Patiesa nožēla. Возможно только когда человек осознаёт свою греховность. Iespējams tikai tad, kad cilvēks atzīst, apzinās savu grēcīgumu. И чтоб человек осознал свою греховность. Lai cilvēks savu grēcīgumu saprastu. У нас есть Святой Дух. Mums ir Svētais Gars. Который обличает нас в грехе. Kurš mūs parāda mums šo grēku uzrāde. И когда Дух Святой обличает нас в грехе. Un kad Svētais Gars uzrāda mums grēku. Мы осознаем, какие мы грязные. Mēs saprotam, cik mēs esam netīri. Какие мы грешники. Kādi mēs grēcinieki. И тогда. Un tad. Происходит настоящее покаяние. Notiek patiesa grēku nožēla. Потом приходит прощение. Atnāk piedošana. А после прощения. Bet pēc piedošanas. Приходит спасение. Nāk glābšana. И Бог избавляет нас. Un Dievs mūs atbrīvo. А если мы гордые. Bet ja mēs lepni. И не хотим смирить. Zemoties. И подумать. Tad Dievs saka, я долго молчал. Es ilgi klusēju. И ты подумал, что я такой же? Un tu domā, ka es esmu tāds pats? Ты подумал, что я это все одобрил? Tu domā, ka es to visu atbalstu? Ты думал, если я тебя использую, tu domā, ja es tevi lietoju? То я поставил печать одобрения на тебе? Ka es esmu ar savu labvēlību devis tev? Он говорит, я вас растерзаю. Es jūs saplosīšu. И не будет избавляющим. Un nebūs jums glābēji. Кто нас избавит от Бога? Kas jūs atbrīvo, izglābs no Dieva? Нету такой силы. Nav tāda spēka. Поэтому нужно смириться. Tāpēc vajag zemoties. Покаяться. Nožēlot. Оставить. Atstāt. И жить успешной жизнью. Un dzīvot ar veiksmīgu dzīvi. Amen. Amen. Иисус Христос для этого и пришел. Jēzus tāpēc ir atnācis. Чтобы у нас был шанс. Lai mums būtu iespēja. Не жить в грехе. Nedzīvot grēkā. Перестать делать. Покаяние. Un Dievs meklē atgriešanos. Может, кому-то сегодня нужно покаяться. Varbūt kādam vajag šodien atgriezties. Кто-то говорит, да, это ко мне, это про меня все. Kāds varbūt saka, jā, tas ir par mani. Я не хочу, чтобы Бог жёг мои поля. Es negribu Dievs, lai manas laukus dedzinātu. Я не хочу, чтобы Бог растерзал меня. Es negribu, lai Dievs mani Я хочу служить ему. Es gribu dzīvot. Tad приходи сюда, я буду молиться. Tad nāc un es lūkšu. Если ты понимаешь, что это к тебе. Я то сопрот, когда себе прежде ман. Ты осознаешь, насколько ты не прав перед Богом. Я то сопрот, цик не тайсен, что есть пред Дио. Ты пытался все замять, запрятать. Ты вор будто смедная с вису кока наизлидзена. Сегодня Бог хочет все вскрыть. Что ден Дио сгр вису. Чтобы спасти тебя. Целот лай лай. Помочь тебе. Лай полидзату лай. У всех грехи разные. Visiem grēki ir dažādi. Но все разные грехи называются грех. Bet visi dažādie grēki saucas grēks. Я просто кого-то осуждал. Varbūt kādu vienkārši nosodīt. Он говорит, ты открывал свой рот против брата своего. Tu rakstīs, tu atvēri savu muti pret savu brāli. Ты злословил. Tu aprunāji viņu. Да, что это за грехи такие? Ну я кас ты Я же никого не убивал. Es taču nevienu nenogalināju. Я не прелюбодействовал. Es nepārkāpu laulību. Почти не воровал. Гандрыз незагу. А Бог говорит, вот, смотри. Лук, paskaties, Dievs. Очень не надо ничего делать. Nevajag vairāk neko darīt. Ты захотел. Tu gribēji. Ты уже сделал. Tu jau izdarīji. Ты возжелал.
Tu vēlējies. Tu уже согрешил. Tu jau esi sagrēkojis. Ты возненавидел. Tu neieredzēji. Равносильно убийству. Tas jau ir tas pats, kas nogalināt. И сегодня время. Un šodien ir laiks. Оставить грех. Atstāt grēku. Человеком это невозможно. Cilvēkiem tas nav iespējams. Но все возможно Богу. Bet viss ir iespējams Dievam. Аминь. Аминь. Каждый раз. Katru reizi. У нас есть такое служение encounter. Mums ir tāda kalpošana encounter. Tur priežat разные люди. Tur brauc dažādi cilvēki. Katru uz davno верующие. Kuri sen ir ticīgi. Или недавно верующие. Vai nesen ticīgi. Или уже супер верующие. Vai super ticīgi. Служители. Kalpotāji. И когда они слышат о грехе. Kad viņi dzird par grēku. Они все понимают. Viņi visi saprot. Еще столько много греха. Vēl tik daudz grēku. Зачем далеко ходить? Kāpēc daudz и tālu iet? Читай писание. Lasi rakstus. Может кто-то сегодня хочет покаяться? Varbūt kāds grib atgriezties šodien. Покаяться. Nožēlot. Может быть ты давно в церкви? Varbūt tu sen esi draudzē. Но тебе надо покаяться. Bet tev vajag nožēlot grēkus. Потому что твой грех. Jo tavs grēks. Как багряное. Как красное на белом. Kas sarkans uz balta. Оно Богу режет глаза. Kas Dievam griež acīs. И еще нет наказания. Un vēl nav soda. Но ты можешь это опередить. Bet tu vari to apsteigt. Покайся и оставь. Nožēlo un atstāj. Я говорю слово Божье. Es saku Dievu vārdu. Это твое дело верить или нет. Tā ir tava, tavas daļa ticēt vai nē. Мне просто Бог сказал сказать эту проповедь. Vienkārši Dievs man uzrunāja teikt, я мог сказать любую другую проповедь. Es varēju citu spredīt teikt. Но Дух Святой сказал, скажи эту проповедь. Dievs teica, saki šo. Потому что он кого-то хочет вернуть. Jo Dievs kādu grib atgriezt. Вернуть нормально. Тёплым. Подари тебе пар сразу. Сделать тебя человеком тёплым. Подари тебе пар человеку. Грекс. Тебя остановил. Тебя обтурей. Ты больше не хочешь так служить Богу. Ты больше та не велес колпот Деву. Как ты хотел это делать раньше. Как ты велес то дарить. Ты больше не такой ревностный. Ты больше не есть ты как Я скажу тебе почему. Es pateikšu kāpēc. Потому что грех в тебе. Тебес как грекс тебе. Грех разъедает веру. Грекс сад. Грех убивает веру. Grēks nogalina ticību. Ir ļudi. Un cilvēki. Stanojas religiozinimi. Kļūst religiozi. Они имеют вид благочестия. Viņiem ir svētsvinīgs sistas. Но уже не имеют силы. Bet vairs nav spēka. Потому что грех убил благочестие. Jo grēks ir nogalinājis. Грех уничтожил благочестие. Grēks ir nogalina, iznīcinājis šo... Есть пчелы. Vēsts ir kur? Которые приносят мед. Ir bites, kas nes medu. Мед. Medus. Который имеет целительные свойства. Kuram ir dziedinošas īpašības. Который сладкий. Kas ir salds. И в Южной Америке. Un Ziemeļamerikā. Нашли муху. Atradam муху. Мушу. Похожу на пчелу. Kas ir līdzīga bitei. И она один в один похожа на пчелу. Viņa ir viens pret vienu līdzīga bitei. Единственное, чем она отличается от пчелы. Vienīgais, ar ko viņa atšķirās no bites. Она не приносит никакой мед. Viņa nenes nekādu medu. И у нее нет жала. Un viņai nav dzeloņa. Никакого меда. Nekāda medus. И никакой силы. Un nekāda spēka. И когда такая муха летает. Un kad tāda bite, tāda muša lido. Думает, это пчела. Cilvēki domā, tā ir bite. Она бесполезна. Bet viņa ir neliederīga. Не останьтесь бесполезными. Nekļūstiet bez, bez neliederīgi. У благочестия есть сила. Благочестие. Благочестие. Как по-латышски благочестие? Святому. Ir спас. Не свят, не благочестие. Дивība. В Исаии в 11 главе один из духов был дух благочестия. Есея, 11 nodaļā viens no gariem bija šis... Это быть благочестивым. Не только вид. Не tikai izskats. Открой Исаии 11 главу. Kunga bīvis gars.
еще борется с Богом? Kāds vēl cīnās ar Dievu? Тимофею 3:5. Имеющий вид благочестия, силой же его отрекшийся, таковых удаляйся. Это Павел написал о людях, которые были в церкви. Bet tās spēku noliekdami no tādiem izvairies. Он говорит, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, цветсердые, несмиренные, не любящие добра, несовалдиги, несовалдиги, предатели, лабан идеи, наглые, пашстейдзи, напыщенные, успутиги, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, милаетами вайрак валдис нега Диеву, имеющие вид благочестия, израдедими арея сэдвиеву, силы же его отрекшиеся, бет тас спеку нолегдами, таковых удаляйся, но тадем извайрес. Поэтому сегодня есть момент. То ведь что денер момент? Это момент. Это сир момент. Завтра жизнь потечет в другую сторону. Rīt dzīve tecēs citā virzienā. Но сегодня момент. Bet šodien ir moments. Когда Бог послал слово. Kad Dievs sūta vārdu. И оно должно вернуться к нему с ответом. Un šim jāatgriežas ar atbildi. Он послал слово. Viņš sūtīja vārdu. Послал слово о грехе. Sūtīja vārdu par grēku. И оно должно сделать работу. Tam ir jāizdara darbs. И вернуться отчитаться. Un atgriezties un atskaidīties. И сказать, Бог, я все сделал. Pateikt, Dievs, es visu izdarīju. Эти люди осознали свою греховность. Tie cilvēki saprata savu grēcīgumu. Осознали свои тайные грехи. Saprata savus slēptos grēkus. Тайный грех. Или любимый грех. Vai mīļais грех. Его человек всегда оправдывает. Cilvēks vienmēr to atstāst. Он говорит, так все делают. Visi tā dara. И я делаю. Un es tā daru. Я не вижу наказания за этот грех. Es neredzu sodu par šo grēku. Поэтому продолжаю его делать. Tāpēc turpinu to darīt. Но Бог знает этот грех. Bet Dievs zina šo grēku. И Писание говорит. Un raksti saka. Если мы, ja mēs исповедуем грех, izrunājam šo grēku, то Иисус, tad Jēzus, будучи верен и праведен, būdams uzticams un taisnīgs, простит, piedos, и очистит, un attīrīs, простит, piedos, и очистит. Un attīrīs. У него есть эта власть. Viņam ir šī vara. Простить. Piedot. И у него есть сила. Un viņam ir spēks. Очистить. Attīrīt. Сделайте поближе. Jūs droši varat panākt tuvāk šeit uz savu klāt. Давайте закроем глаза. Aizversim mūsu acis. Скажите вместе со мной. Sakiet kopā ar mani. Иисус! Jēzu! Прости меня. Piedod man. За то, что так долго par to, ka tik ilgi я продолжал быть в грехе. Es turpināju būt grēkā. Сегодня я его исповедую. Šodien es to я больше не хочу с ним жить. Es vairs negribu ar to runāt. Я не хочу зависеть от него. Es negribu būt atkarīgs no tā. Я не хочу, чтобы он держал меня. Es negribu, lai tas mani tur. Я хочу быть свободным. Es gribu būt brīvs. Каковым ты меня сделал? Kādu tu mēs mani radījis? Свободным от греха. Brīvs no grēka. Поэтому прошу тебя, Иисус. Tāpēc lūdzu tevi, Jēzu. Омой меня своей кровью. Мазгā mani ar savām asinīm. И очисти меня. Un attīri mani. От всех беззаконий. No visiem pārkāpumiem. Наполни меня духом благим. Piepildi mani ar labu garu. Сделай меня благочестивым. Dari mani par svētvīgu. Не только снаружи. Ne tikai no ārienes. Но и внутри. Bet arī iekšienē. Дай мне силу. Dod man spēku. Стоять в свободе. Palikt stāvēt spīvā. Которую ты мне даровал. Kuru tu man esi dāvājis. Омой меня. Мазгā mani. От всех грехов моих. No visiem maniem grēkiem. Спасибо тебе. Paldies tev. За то, что ты услышал мою молитву. Ka tu esi dzirdējis manu lūkšanu. И прямо сейчас очистил меня. Un tieši tagad es mazgāju savu. Смыл грех мой. Mazgāju manu grēku. И разлитие многих вод не потопит меня. Un daudzie ūdeņi mani nenogremdēs. Halleluja! Halleluja! Слава Богу! Слава Dievам! Я молюсь тебе, Дух Святой. Es lūdzu tev, Svētais Gars. Пусть вернется тот успех, lai atgriežas tā veiksme, которую они имели до своего падения.
kura bija mums līdz mums kritienam. Do tai situācija, kad viņi pavinovались grehu. Līdz tai situācijai, kad mēs pakļāvāmies grēkam. Pus priedot tvoje blagoslovenie. Lai atnāk tava svētība. Pus nebesa būt atkryti. Lai debesis ir atvērtas. Pus tvoja blagodāt mogušestveno делает их великими людьми. Lai tava žēlstība dara viņus par lieliem cilvēkiem. Тот, кто сознается и оставляет. Kas apzinās un atstāja. Будет помилован. Tiks apžēlots. Поэтому помилуй их. Tāpēc apžēlo viņu. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Slava. Сегодня, šodien, когда вы попали на эту развилку, kad jūs nokļuvāt šajā krustā, продолжать жить своей жизнью, turpināt dzīvot savu dzīvi, не обращать внимания, nepievērst uzmanību, или второе, vai otrs, покаяться, nožēlot, я не хочу больше так жить, es vairs negribu tā dzīvot, я не хочу быть таким человеком, es negribu būt tāds cilvēks, я знаю, что не должен быть таким человеком, es zinu, ka man nav jābūt tādam cilvēkam, слишком дорого Иисус заплатил, pārāk dārgi Jēzus ir maksājis, чтобы я был другим, lai es būtu cits. Вот сейчас. Tagad. Вы повернули правильно. Jūs pagriezāt pareizajā virzienā. Чем я вас поздравляю? Ar to es arī jūs apsveicu. Теперь Бог. Tagad Dievs. Будет вас благословлять. Dievs jūs svētīs. Ведёт вас в ваше призвание. Ведёт jūs jūsu aicinājumā. Если вам показалось. Ja jums likās. Что Бог больше не действует. Ka Dievs vairāk nedarbojas. И жизнь ваша протекала так обычным образом. Un dzīve turpinās ierastā veidā. После этой молитвы. Tad pēc šīs lūkšanas. Вы увидите опять Божью руку. Jūs ieraudzīsiet Dieva roku. Он говорит: "Моя рука над тобой". Viņš saka: "Mana roka ir par tevi". Он говорит Давиду: "Не будьте как конь, как лошак необузданный". Viņš saka Davidam: "Neesi kā". Которого нужно заставлять повернуть. Kā zirgs, kurš nav paklausīgs, kuru jāpiespiež pagriezties. И радостью избавления наполнить сердца. Un atbrīvošanas prieks, lai jūsu sirds piepildu. Вы теперь избавлены. Jūs tagad esat atbrīvoti. И даже те цепи, которыми вы были связаны, ķēdes, kurās jūs bijāt iesaistīti, они распались. Tās sabruka. Потому что кровь Иисуса Христа, jo Jēzus Kristus asinis, очищает от всякого греха. Attīra no jebkāda grēka. И вы очищены. Un jūs esat attīrīti. Aleluja! Halleluja! Вы очищены! Jūs esat attīrīti. Очищены! Attīrīti. А если очищены? Ja tu esi attīrīts, значит святые. Tātad svēts. Благочестивые. Svētbīgs. Как пчёлы. Kā bites. Будете приносить мёд. Jūs nesīsiet medu. И жалить врагов. Un dzelsiet ienaidniekiem. Не как мухи. Nevis kā mušas. Только жужжать. Tikai lido un мухи только жужжат. Tās tikai skan. От них никакого толка. No viņām nekādas jēgas nav. И они сидят сами знаете где. Un zināt paši, kur viņas sēž. А пчёлы. Bet bites. Приносят мёд. Nes medu. И жалят врагов. Un dzēļ ienaidniekam. Вот Бог вас сделал такими. Dievs jūs ir darījis šādus. Он говорит. Viņš saka. Это дерево надо срубить. Šo koku vajag nocirst. Зачем оно стоит в моем саду? Kāpēc tas koks stāv manā? Оно не приносит плоды. Tas nenes augļus. Сруби его. Nocer to. А садовник говорит. Bet dažnieks saka. Пожалуйста. Лūdzu. Давай подождём. Pagaidīsim. Я обложу его навозом. Es aplikšu to ar мяслом. Я создам условия. Es radīšu apstākļus. Я создам ему проблемы. Es radīšu viņam problēmas. Вдруг он изменится. Varbūt viņš izmainīsies. И он обложил навозом. Un aplika ar мяслом. И дерево было неприятно. Un kokam varbūt bija nepatīkami. Что вы делаете? Ko jūs darat? Воняет же. Смерть. Зачем мне эти проблемы? Kāpēc man tās problēmas? Мы добьемся. Mēs panāksim. Ты начнешь приносить плоды. Tu sāksi nest augļus. Мы все сделаем. Mēs visu izdarīsim. Навозом обложим. Aplīksim ar а потом еще раз обложим. Un vēlreiz aplīksim. Но ты будешь приносить плоды. Bet tu nesīsi augļus. Иногда нам что-то слышать неприятно. Dažkārt mums to nav patīkam dzirdēt. Но Бог. Bet Dievs. Знает, что делает. Zina, ko dara. И вы все принесете плод. Un jūs visi nesīsiet augļus. Aleluja! Halleluja! Пусть вас Бог благословит, проходите на свои места. Lai Dievs jūs svētī, jūs varat savās vietās atgriezties. Будем еще иметь молитву исцеления. Vēl būs aizlūkšana par dziedināšanu. Спасение. Glābšana. Включает в себя исцеление. Iekļauj savī arī dziedināšanu. И свободу. Un brīvību. И процветание. Un uzplaukumu. Полный пакет благословений. Pilnīga svētību pakete. Присядьте. Jūs varat apsēsties. Я сейчас помолюсь.
Молитва исцеления. Es tu līd lūkšu, dziedināšanas lūkšanu. Иисус никогда долго не молился за исцеление. Jēzus nekad ilgi nelūdza par dziedināšanu. Он всегда быстро молился за исцеление. Viņš vienmēr ātri lūdza par dziedināšanu. И не всегда видел результат. Он не всегда видел результат. Но всегда знал. Bet vienmēr zināja, что результат будет. Ka rezultāts būs. Помните, 10 прокаженных пришли? Atcerieties, 10 spitālīgie atnāca. Говорит, наставник. Viņi teica, skolotāji. Очисти нас. Attīri mūs. И он им говорит. Viņš saka. Идите к священнику. Ejiet pie priestera. И они пошли. Un tie aizgāja. Иисус не видел, чтобы чудо произошло. Jēzus neredzēja, ka būtu brīnums noticis. Иисус не знал, что с ними произошло потом. Jēzus nezināja, kas ar viņiem notika pēc tam. Но когда один прибежал. Bet kad viens atgriezās. Teica Jēzus. Спасибо. Paldies. Я очистился. Es esmu tīrs. Смотри, никакой проказа нет. Man vairs nav nekādas spitālības. Иисус сказал. Jēzus teica. А почему ты один пришёл? А как это один отнац? Ведь вы же все исцелились. Jūs taču visi dziedinājāties. Где ещё 9? Kur vēl pārējie 9? Откуда Иисус знал, что они все исцелились? Kā Jēzus zināja, ka viņi visi dziedinājušies? Когда он молился. Kad viņš lūdza. Он всегда знал. Viņš vienmēr zināja. О положительном результате молитвы. Par lūkšanas pozitīvo rezultātu. Поэтому не знаю, что вы чувствуете. Es nezinu, ko jūs jūtat. Я вообще скажу, мне всё равно, что вы чувствуете. Man vienalga, ko jūs jūtat. Чувство это неизменная вера. Это ничтожная вера. Sajūtas, tā ir tāda ļoti maza. Это самая маленькая вера. Tā ir pati mazākā ticība. Когда ты рассчитываешь на свои чувства. Kad tu paļaujies uz savām jūtām. Я уповаю на слово. Es paļaujos uz vārdu. А слово говорит. Bet vārds saka. Ранами Иисуса. Jēzus brūcē. Вы исцелены. Jūs esat dziedināti. Не будете исцелены. Nevis būsiet dziedināti. А уже исцелены. Bet jau esat dziedināti. Я в Риге проповедовал о молитве. Es sludināju par lūkšanu Rīgā. И одна из молитв молитва веры. Un viena no lūkšanām ticības lūkšana. Когда Иисус говорит. Kad Jēzus saka. Молитесь. Lūdziet. Верьте. Ticiet. Что получите. Ka saņemsiet. И будет вам. Un būs jums. Это обычный перевод. Tas ir parastā lūkšana, parastā tulkojums. Но у меня еще есть три перевода. Bet man ir vēl trīs tulkojumi. Во всех трех. Un visos trijos. Всего в одном написано так. Tikai vienā ir rakstīts tā. А в остальных трех. Bet pārējos trijos ir rakstīts. Написано. Rakstīts. Молитесь. Лудзет. Верьте, что уже получили. Ticiet, ka jau esat saņēmuši. И будет вам. Un būs jums. То есть, когда я молюсь. Tātad, kad es lūdzu. Моя вера должна выглядеть как получившая. Manai ticībai jāizskatās kā jau saņēmušais. Tad mana molitva būs drugoj. Es piekritīsiet, ka lūkšana būs cita. Tad mani emocijas būs drugi. Tad manas emocijas būs citas. Это секрет. Tas ir noslēpums. Секрет молитвы. Lūkšanas noslēpums. Ты веришь, что уже получил. Tu tici, ka jau esi saņēmis. Поэтому молишься. Tāpēc tu lūdz. Не как язычник молишься. Nevis kā pagāns lūdz. Язычники пытаются изменить своего Бога. Pagāni cenšas izmainīt savu Dievu. Чтобы он смилостивился над ними. Lai viņš par viņiem apžēlojas. А Иисус говорит, вы так не молитесь. Jēzus saka, jūs tā nelūdziet. Языческие молитвы Богу не нравятся. Pagānu lūkšanas Dievam nepatīk. Молитесь так. Lūdziet tā. Верьте. Ticiet. Что уже получили. Ka jau esat saņēmuši. И будет вам. Un būs jums. Поэтому. Tāpēc. Когда я молюсь. Тапец, kad es lūdzu. Я знаю. Es zinu, что вы уже получили. Ka jūs jau esat saņēmuši. Вы уже получили исцеление. Jūs jau esat saņēmuši dziedināšanu. Ты скажешь, нет, я чувствую еще боль. Varbūt tu teiksi, nē, es vēl jūtu sāpes. Ты можешь чувствовать все, что угодно. Tu vari sajust jebko. А я знаю. Es zinu, что ранами Иисуса. Ka Jēzus brūcēs. Мы исцелены 2000 лет назад. Mēs esam dziedināti jau 2000 gadus atpakaļ. Я не хочу спорить с Богом. Es negribu strīdēties ja ar Dievu. Я не хочу спорить с Богом. Negribu strīdēties ar Dievu. Он сказал, ранами Иисуса. Viņš teicis, вы исцелены. Jūs esat dziedināti. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому поднимайтесь. Tāpēc ceļamies. Положите руку на больное место. Uzlieciet uz tās vietas, kur jums ir. Если у вас много больных мест, то на голову положите. Ja daudz kādas lietas ir sāpes, tad uzlieciet uz galvas. Un es lūdzu. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Прямо сейчас. Tieši tagad. Повелеваю. Es pavēlu. Всем болезням. Visām slimībām. Убраться. Aiziet. Вы незаконно в теле. Jūs neesat likumīgi. Вы незаконно в теле. Jūs neesat nelikumīgi. Вы не имеете права быть в теле. Jums nav tiesības būt ķermenī. Вы здесь беззаконно. Jūs šeit esat nelikumīgi. Убирайтесь. Aizvākt. Во имя Иисуса. Jēzus Прямо сейчас. Tieši tagad. Вон. Пром. И я верю Иисус.
Un es ticu Jēzum, что мы уже исцелены. Ka mēs jau esam dziedināti. Уже это произошло. Jau tas ir noticis. Поэтому пусть это проявится. Lai tas izpaužās. В каждом теле во имя Иисуса. Katrā ķermenī Jēzus. В каждом теле во имя Иисуса. Katrā ķermenī Jēzus vārdā. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Девам. Пять самых главных вещей Иисус сделал на кресте. Pasas piecas galvenās lietas, ko Jēzus darīja. Он забрал наши грехи. Viņš paņēma mūsu grēkus. Мы больше не виновны. Mēs vairs neesam vainīgi. Слава Богу. Слава Девам. Мы ни в чём не виновны. Mēs nekur neesam vainīgi. Аллилуйя. Mēs neesam vairs vainīgi. Второе, он забрал проклятие. Otrs, viņš paņēma lāstus. Когда ему одели венок. Kad viņam deva šo kroni. Венок не был из ромашек. Tas nebija no margrietiņām. Венок был из колючек. Tas bija no dzeloņiem. Потому что когда Бог проклял землю. Kad Dievs nolādēja zemi. Он сказал проклятие земли. Un šī zemes lāsti. Это колючки. Tie ir šie dzeloņi. Иисусу сделали венок из колючек. Viņam no dzeloņiem uztaisīja šo vainagu un uzvilka uz galvas. И он взял всё проклятие земли на свою голову. Un viņš paņēma visu šos lāstus uz savas zemes, uz savu galvu. Мы больше не прокляты. Un mēs vairs neesam nolādēti. Мы теперь благословенны. Mēs esam svētīti. Аллилуйя. Аллилуйя. Третье. Trešais. Иисус забрал все болезни. Jēzus paņēma visas slimības. Kad его били этим бичом. Kad viņu sita ar šīm 39 ударов. 39 sitieni. Была такая казнь 40 без одного. Bija tāds sots 40 sitieni bez viena. Я не знаю, почему Всемирная ассоциация врачей решила, что 39 болезней, которые неисцелимы. Es nezinu, kāpēc Vispasaules ārsta asociācija ir izlēmuši. Я не знаю, чем они руководствовались. 39 slimības, kuras nav dziedināmas. Es nezinu, kā viņi vadījušies. Но я знаю, что говорит слово Божье. Es zinu, ko saka Dieva vārds. Он взял 39 ударов на себя. Viņš uzņēma šos 39 sitienus uz sevis. Tās visas slimības. Все абсолютно все. Visas absolūti visas. Он говорит: "Дайте их мне." Dodiet man tās. Он телом своим вознёс. Viņš ar savu ķermeni tos uznes. Visas mūsu slimības. И ранами его мы исцелились. Un viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Аминь. Amen. Четвёртое, что он взял? Ceturtais, ko viņš paņēma. Это отвержение. Tas ir atstumtība. Бог отверг человека. Dievs atstūma cilvēku. И знаете, что отвержение это самая глобальная проблема в человечестве. Un ziniet, ka cilvēks paš globālākā problēma. Ir atstumtība, pēc tam ir depresija. Может, не у всех есть болезни. Ne visiem ir slimības. Но отвержение переживает каждый человек абсолютно. Bet atstumtību pārdzīvo katrs cilvēks. Потому что Бог отверг Адама. Jo Dievs atstūma Ādamu. И он его выгнал. Un viņš viņu padzina. И закрыл рай. Un aizvēra paradīzi. И с этим чувством. Un ar šo sajūtu. Родились все. Ir dzimuši visi. У кого-то это вылилось в огромное чувство. Kādam tas ir pārvērties par milzīgu sajūtu. Довело до самоубийства. Kas noved līdz pašnāvībai. У кого-то это чувство довело до ненависти. Kādu tā šī sajūta ir novedusi līdz naidam. И появились колдуны. Un radušies ir burģi. Которые мстят всем в тайне. Kas visiem atriebies slepenībā. Просто чтобы погасить чувство отвержения. Vienkārši, lai apdzēstu šo savu atstumtības sajūtu. No Jēzus. Bet Jēzus забрал отвержение себе. Paņēma šo atstumtību uz sevi. Его последняя молитва. Viņa pēdējā lūkšana. Или лила масова хвани. Это не переводится. На всех языках одинаково. Потому что это был арамейский язык. Tas bija aramiešu valodā šī pēdējā lūkšana. Во времена Иисуса все говорили на греческом. Jēzus laikā visi runāja grieķu valodā. Kad viņš visu na kristē. Bet kad viņš bija pie krusta. Он говорил на арамейском. Viņš runāja aramiešu valodā. Это был язык его детства. Tas bija viņa bērnības valoda. Отец мой, отец мой. Tēvs mans, tēvs mans. Зачем ты меня оставил? Kāpēc tu mani atstājis? И тогда он умер. Un tad viņš nomira. И пятое. Un piektais. Что Иисус собрал? Ko Jēzus paņēma? Это нищета. Tas ir tā ir nabadzība. Он пришёл и сказал. Viņš atnāca un pateica. Дьявол пришёл вас обворовать. Вэлнс ir atnācis jūs apzakt. И у него это хорошо получается. Viņam tas labi izdodas. Он мастер своего дела. Viņš ir savas lietas meistars. Но я пришёл. Bet es atnācis. Дать жизнь с избытком. Esmu, lai dotu dzīvību ar pārpilnību. Это Иоанна 10 глава 10 стих. Tas ir Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļa 10. Pants. Это находится прямо посередине Евангелия. Tas ir pavisam pa vidu evaņģēlijiem atrodas. Прямо в середине Евангелия. Tieši evaņģēlija vidū. Иисус сказал: Jēzus teica: Вы в недостатке.
jūsu trūkumā, потому что вас оборвали. Jo jūs, jūs esat apzakti. Но я вам дам жизнь. Bet es jums došu dzīvību. С избытком. Ar pārpilnību. Когда у вас будет чем делиться. Jums būs ar ko dalīties. Когда у вас будет что отдавать. Jums būs ko dot. И знаете, когда мы даём пожертвование. Kad mēs ņemam ziedojumu. Мы исполняем слово. Mēs piepildām vārdu. Мы показываем Богу. Mēs parādām Dievam. Дьяволу показываем. Velnam parādām. Всему миру показываем. Visai pasaulē parādām. Что мы живём в избытке. Ka mēs dzīvojam pārpilnībā. Потому что люди, которые в нужде. Tāpēc, ka cilvēki, kas ir vajadzīgi, они никогда давать не будут. Nekad nedos. Или будут давать очень мало. Vai dos ļoti maz. Но наша вера. Bet mūsu ticība. Что мы живём с избытком. Ka mēs dzīvojam ar pārpilnību. Это точно так же, как я уже исцелён. Tas ir tāpat, kā es jau esmu dziedināts. Но чувствую себя ещё не очень. Es varbūt nejūtos pārāk. Но я знаю, что я уже исцелён. Bet es zinu, ka es jau esmu dziedināts. Amen. Amen. И поэтому, когда я даю. Un tāpēc, kad es dodu. Может, я чувствую, что я ещё бедный. Varbūt man ir sajūta, ka es vēl esmu nabadzīgs. Я могу себя сравнить с другими людьми. Un es sevi salīdzinu ar citiem cilvēkiem. Есть люди, которые намного богаче, чем мы. Ir daudz cilvēku, kas ir daudz bagātāki par mums. Но я Богу всем видом показываю. Bet mēs Dievam ar visu parādām. Моя вера об этом говорит. Mana ticība runā par to. У меня есть избыток. Man ir pietiekami. Я готов делиться. Man ir pārpilnība un es esmu gatavs dalīties. Делиться с голодными. Dalīties ar izsalkušajiem. Делиться с грешниками. Dalīties ar grēciniekiem. Делиться с Богом. Dalīties ar Dievu. Делиться с церковью. Dalīties ar draudzi. Делиться с Евангелием. Dalīties ar evaņģēliju. Аминь. Аминь. Давайте возьмём свои жертвы. Paņemsim savus upurus. Он забрал нашу нищету. Viņš paņēmis mūsu trūkumus, mūsu nabadzību. Чтобы мы стали богатыми. Lai mēs būtu bagāti. Чтобы мы обогатились. Lai mēs būtu bagāti. Из-за его нищеты. Viņa nabadzības dēļ. Он говорит: "Отдайте нищету. Я её вознесу." Atdodiet šo nabadzību. Dāvam bagātstvo. Es došu jums bagātību. Чтобы вы могли делать добрые дела. Lai jūs varētu darīt labos darbus. Писание говорит. Raksti saka. Бог силён обогатить. Dievs ir spēcīgs jūs arī bagātību. Благодатью. Ar jebkādu žēlstību. Чтобы я всегда. Lai vienmēr. И во всём. Un visur. Имея всякое довольство. Lai jums būtu pietiekami. Был богат. Būt на всякое доброе дело. Lai jūs būtu bagāti uz katru labu darbu. И знаете, раньше. Un ziniet, kādreiz. Я был богат только для своей семьи. Es kādreiz biju bagāts, un pat ne bagāts, bija tikai priekš savas ģimenes, bet es sekoju Jēzum. И начал давать. Un sāku dot. Начал жертвовать. Sāku ziedot. Иногда мои жертвы были сумасшедшими. Dažkārt mani ziedojumi bija traki. Даже жена моя плакала. Pat mana sieva raudāja. Из-за того, что я пожертвовал. Тādēļ, ka es noziedoju. Она говорила: "Ты сумасшедший!" Tu esi traks. Мы в нужде. Mums ir vajadzība. А ты отдал такие деньги. Tu atdevi tādu naudu. Зачем ты это сделал? Kāpēc tu to izdarīji? Я говорю: "Не ной." Es saku, nenīdi. Однажды увидишь, зачем. Es vienreiz ieraudzīšu, kāpēc. Я сегодня участвую во многих проектах. Es šodien ņemu dalību daudzos kalpošanas projektos. Когда мы решили сделать телеканал. Kad mēs nolēmām celt телеканал. Я хочу быть акционером этого канала. Es teicu, es gribu būt akcionārs šai TV kanālā. Cik daudz vajag naudas? Я готов внести эти деньги. Es gatavs esmu ienest šo. У меня нет денег. Man nav naudas. Которые бы лежали в сейфе. Kuras stāvētu сейфе. У меня есть Бог. Bet man ir Dievs. А деньги во тьме. Bet nauda ir tumsa. А Бог знает, как из тьмы. Bet Dievs zina, kā no tumsas. Забрать эти деньги, дать мне. Paņem to naudu un atnes man. Он же решил давать. Jo es esmu nolēmis dot. Моё тюремное служение. Man cietuma kalpošana. Которое открыл 8 лет назад. Kur es iesāku 8 gadus atpakaļ. Сегодня самое большое в Украине. Ir pati lielākā Ukrainā. Когда у нас появился телеканал. Mums parādījās TV kanāls. Es teicu, ja každую zonu поставлю тарелку. Es teicu, es katrā zonā ielikšu šķīvi, nopirkšu televizoru. И поставлю тарелку. Un uzlikšu šķīvi. Первые два телевизора я дома у себя снял. Pirmos divus televizors es jau mājās paņēmu. Жена до сих пор меня пилит. Сел я про яму то. Может, дырки в стенке остались. И вот цаурами стенас полеку. Я свои телевизоры снял. Es savus televizors noņēmu. Я дал в тюрьму. Он отдал тос цетума. Чтобы они смотрели круглосуточно наш канал. Lai viņi dienakti skatītos mūsu kanālu. Мы уже в 10 зонах поставили. 10 zonās mēs esam ielikuši. Всего 250. Pavisam ir 250. Мы каждую неделю. Katru nedēļu. Покупаем телевизор. Pērkam televizoru. Покупаем тарелку. Pērkam šķīvi. И ставим в зоне спутниковое телевидение. Un ieliekam cietumā satelīta televīziju. И они смотрят наш телеканал. Un viņi skatās mūsu TV kanālu. Я сделал программу прямо из тюрьмы. Es uztaisīju raidījumu tieši no cietuma. Последнюю программу я сделал с пожизненно заключенными. Es uztaisīju programmu ar mūža ieslodzītajiem. Это убийцы. Tie ir slepkavas. Которых Иисус нашел в тюрьме. Kurus Jēzus atrada cietumā. Человек думает, простил меня Бог или нет? Человек думает, Dievs man piedevis vai nē? Если он мог простить таких. Ja viņš varēja piedot tādiem.
Он может простить кого угодно. Viņš var jebkuram piedot. Аллилуйя. Аллилуйя. Я начал кормить голодных 10 лет назад. Es 10 gadus atpakaļ sāku barot izsalkušos. Сегодня моя миссия помогает 10,000 человек. Šodien mana misija palīdz 10,000 cilvēkiem. 5 лет назад я начал делать крусейды в странах третьего мира. Es 10 gadus atpakaļ sāku krusēdus veidot trešās pasaules valstīs. Я Бог сказал об Азии. Dievs man teica par Āziju. О мусульманах. Par musulmaņiem. Я поехал. Un es aizbraucu. Pakistan. Pakistan. Индия. Индия. Камбоджа. Камбоджа. Непал. Непала. Китай. Кина. Иногда наши крусейды огромные. Dažkārt mūsu krusēdi ir milzīgi. Там приходит 10-20 тысяч человек. Tur atnāk 10-20 tūkstoši cilvēku. И я все оплачиваю. Un visus izdevumus sadzēs. Почему я могу это делать? Kāpēc es to varu darīt? Потому что однажды. Jo vienreiz. Я отказался быть нищим. Es atteicos būt nabadzīgs. Я сказал Бог. Es teicu Dievs. Ты забрал мою нищету. Tu paņēmi manu nabadzību. Я буду жить как богатый. Es dzīvošu kā bagāts. И жертвовать как богатый. Un ziedošu kā bagāts. И думать как богатый. Un domāšu kā bagāts. Я не был богат. Es nebiju bagāts. И сейчас не богат. Un tagad neesmu bagāts. Но я думаю как богатый. Bet es domāju kā bagāts. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому давайте свои жертвы. Tāpēc paņemsim upurus. Это наши коробочки. Красные коробочки. Sarkanās kastītes. Кто-то их носит? Yeah. Я думаю, у Иуды был побольше ящик. Es domāju, Jūdam bija lielāks. Lielāks trauks. Igaunijā, Latvijā, Lietuvā. Чтобы даже в кабельных сетях был наш телеканал. Lai kabeļtelevīzijā būtu mūsu. То вы сможете заполнить анкетку, поднимите руку. Jūs varat aizpildīt anketu un slavējam sievas. Уже многие заполнили. Daudz varbūt ir jau aizpildījuši. Paldies jums. Вы увидите благословение в своей жизни. Jūs ieraudzīsiet svētības savā dzīvē. Я благодарю тебя. Es pateicos tev. Ты забрал нищету. Tu paņēmi nabadzību. Твой сын забрал нищету. Tavs dēls paņēma nabadzību.